Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать вас на третьем семинаре российско-финляндского культурного форума на третьем семинаре. И Российский фонд культуры, организатор российско-финляндского культурного форума, впервые проводит серию бесплатных онлайн-мероприятий, онлайн-событий для российских деятелей в сфере культуры, для российских проектов, и вы можете задавать свои вопросы непосредственно под трансляциями ВКонтакте и в Фейсбуке. Сегодня мы с вами поговорим о том, как из наших многочисленных идей, собственно, делать проекты. Пару слов буквально о себе, почему я могу говорить на данную тему. Более 11 лет я проработала в Природном архитектурно-археологическом музее-заповеднике Дивногорье, это в Воронежской области. В общем, на разных должностях и последний год исполняла обязанности директора и реализовывала самые разные музейные проекты, не только музейные, была организатором в том числе научных конференций, мультимедийных проектов, издательских, выставочных. Вот такая краткая информация обо мне. У нас с вами вот такой план. Сразу обращу ваше внимание, что здесь есть пунктики про ваши вопросы. Соответственно, все вопросы, которые будут скапливаться за то время, пока я буду говорить, ответим в определенный период и обязательно постараемся осветить все темы, которые непосредственно вас волнуют, потому что я буду говорить в основном о теории, но с переходом именно на то, как эту теорию переводить в практику, чтобы вы смогли применять те подходы, о которых я буду сегодня рассказывать. Вначале хотелось бы отметить и начать вот такой вот цитатой Илона Маска, который говорит, что ему очень нравится участвовать в проектах, которые меняют мир. И он хочет быть частью того, что меняет мир. Мне кажется, что люди, которые работают в сфере культуры, они тоже по-своему могут менять мир. И вот этот вот наш культурный потенциал, его, безусловно, не стоит отбрасывать на задний план и говорить о том, что те проблемы, которые вокруг нас существуют, что это не наши проблемы, что мы можем делать только что-то такое достаточно простое, и что это не будет влиять ни на что. На самом деле, безусловно, культура с ее культурными возможностями, культурным потенциалом — это очень большой ресурс. Поэтому, вот как также говорит Илон Маск, откуда берется инновационное мышление? Это определенный настрой сделать что-то по-другому. Вот проектирование — это как раз попытка делать что-то по-новому, что-то по-другому, то, что раньше не делали. Вот не зря здесь слово «новый» new. И буквально несколько слов про основные понятия. Собственно, сам по себе проект — это серия взаимосвязанных действий по созданию какого-либо продукта или эффекта с заданными характеристиками для достижения каких-то определенных поставленных целей. А грант — это чаще всего целевое финансирование для выполнения этого проекта, а заявка — это описание проекта для участия в конкурсе. Проектирование само по себе — это управление инновациями. Оно смотрит в будущее. В его основе лежит целеполагание. Но сам по себе процесс проектирования — это каждый раз нечто новое, то, что приходится каждый раз изобретать, при том, что есть определенные параметры, по которым мы оцениваем, является ли деятельность проектной или же это текущая деятельность организации. У любого проекта есть две основополагающие такие части. Это когда мы только придумали проект, у нас возникла какая-то идея, с которой мы хотим реализовать. Это этап концептуализации. А когда мы уже понимаем, как эту идею реализовывать, когда у нас есть для этого ресурсы, то вот этот более обширный, более сложный этап уже реализации проекта. Но на моменте, когда мы проект задумываем и начинаем его планировать, нам нужно пройти все стадии создания проекта, начиная от проблематизации,
заканчивая определением тех критериев, по которым мы будем судить, удался наш проект или не удался, смогли мы достигнуть ожидаемых результатов, или все, что мы делали, привело нас к совсем другим результатам, а не к тем, к которым мы изначально стремились. Так как проект — это зона неизвестности, то вполне может быть и такое. У этапа концепции создания вот основные структурные части — это проблема, идея, создание идеи, желательно оригинальной идеи того, что раньше не реализовывали именно в таком виде, или именно на этой территории, или именно с этой аудиторией. Об этом мы подробнее поговорим. А у этапа концепции есть задача определенной цели, и уже здесь мы понимаем, какой результат мы хотим получить, как будем решать вот ту проблему, которая у нас вырисовалась. А на этапе реализации это задачи, это, собственно, пошаговый план реализации проекта, это определение рисков, их лучше определять именно на начальной стадии, то, с чем может столкнуться проект в ходе его реализации, посмотреть на то, какие здесь и сейчас у нас есть ресурсы. И ресурсы — это и человеческие, и научные, и финансовые, и организационные, и партнерские, то есть самые разные. Кто участники нашей команды, и кто наши стейкхолдеры, а также партнеры. Как мы будем продвигать наш проект и, собственно, вот те самые критерии эффективности, по которым мы будем оценивать успешность или неуспешность проекта. Для того, чтобы создавать проекты, в общем-то, нужно научиться очень честно отвечать себе на серию вопросов. То есть если вы можете здесь и сейчас про свой проект четко ответить на заданные вопросы, то, скорее всего, это цельная идея, которая может быть реализована. Если хотя бы на один из вопросов у вас здесь сейчас нет ответа, то это просто идея, которая еще не дошла до стадии проекта и которую нужно дорабатывать, чтобы ответить на все вопросы. Соответственно, вопросы такие — это что мы будем делать? Самый простой вопрос, потому что чаще всего в любых проектных заявках или объясняя своему коллеге, что, а вот знаете, я придумал вот то-то, 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 давайте будем делать вот это. То есть мы отвечаем на вопрос «что?». Вопрос «зачем?» уже гораздо сложнее, потому что он лежит в проблемном поле. Но на самом деле вопрос «зачем?» нужно задавать себе постоянно. И ответ «зачем мы это делаем?» просто интересно, или «зачем мы это делаем?» Ну как, мы же работаем со сферой культуры, поэтому чтобы помнили там, или какие-то еще большие высокие слова. Вот, конечно, это не ответ. Ответ на вопрос «зачем?» лежит в области чаще всего решения каких-то проблем, о которых мы вот как раз как формулировать эти проблемы чуть-чуть позже тоже поговорим. Вопрос «кто?» Собственно, кто будет делать проект, кто те люди, это очень редко бывает один человек, та проектная команда, с кем вы будете реализовывать этот проект. Команду важно строить на начальном этапе, и о том, какие сложности в этом могут возникать, мы тоже чуть позднее поговорим. Собственно, с кем вы будете делать этот проект, это не просто ваша проектная команда, это те внешние люди, с которыми вы в любом случае будете соприкасаться, когда делаете проект, потому что ваша культурная организация, она не существует в вакууме. Если вы проводите какой-то уличный фестиваль, скорее всего, вам придется взаимодействовать и с властями города, и с организациями, которыми, допустим, на этих улицах осуществляют какую-то коммерческую деятельность. Поэтому здесь важно учитывать самые разные факторы и смотреть на то, кто еще, кроме вас, также заинтересован в реализации проекта. Для кого? Это про целевую аудиторию. За счет чего? Это какие ресурсы здесь и сейчас у вас уже есть? И что для успешной реализации проекта вам еще нужно
получить. И желательно понимать, собственно, как вы будете эти дополнительные ресурсы, которых здесь сейчас у вас нету, получать для реализации проекта. Вопрос, как это, какие методы, какие новые инструменты вы будете использовать, чтобы что-то делать. То есть это тоже такая очень важная часть любого проекта. И вопрос, когда, потому что каждый проект, он имеет четкое начало и завершение. Конечно, мы чаще всего у себя в организациях говорим, что это вот долгосрочный проект, что этот проект, который будет длиться из года в год, но у любого проекта в любом случае есть начало, период его реализации и завершение. После определенной стадии он может повториться, допустим, как нечто, какое-то повторяющееся событие, но чаще всего вот определенных, то есть мы можем подводить итоги после определенного такого, скажем, проектного акта. Что такое проблема в социокультурном проектировании? То есть, ну, такой достаточно распространенная картинка про то, что наши проблемы, они чаще всего не такие сложные и страшные, как мы их видим. Но иногда проблемы достаточно серьезные. И если мы говорим о проблемах, то это то, с чего нужно начинать придумывать проект. Точнее говоря, проекты вряд ли придумываются сами по себе, они как раз рождаются из определенной жизненной потребности, жизненной необходимости, будь то потребность вашей целевой аудитории, либо же это потребность непосредственно вашей организации. Проблемы относятся к тем ситуациям жизненным, которые требуют изменения или вмешательства извне. Соответственно, а проектирование — это разработка способов, как эти проблемы мы можем решать. Какие есть самые такие типичные ошибки при выявлении проблем? Когда мы смешиваем понятия, когда мы говорим о том, что у нас нет денег, у нас нету там компьютеров для того, чтобы сделать какой-нибудь интересный проект, когда мы говорим, что у нас течет крыша, или что у нас вот про этого человека мы знаем только дату рождения и больше ничего, то есть какой-то дефицит информации. Все это не проблема, это достаточно легко решается каким-то одним шагом. То есть если проблему можно решить за один шаг, то это не является проблемой. Также очень часто, когда говорят о проблемах, говорят о чем-то таком глобальном. То, что за счет одного проекта невозможно решить. Когда мы говорим, что духовный кризис вот в обществе, какая-то низкая рождаемость, плохое отношение к мигрантам, мы, безусловно, не можем своим одним проектом, там, допустим, разрешить это отношение. Но своими действиями мы можем выполнить какую-то узкую проблему. То есть если, допустим, говорят там, о отношении к людям с ограниченными возможностями, то мы не можем полностью изменить отношение к ним, но мы можем провести серию мероприятий, которые для определенной категории помогут увидеть эти проблемы какими-то другими глазами. Поэтому очень важно при описании проблем вот воздерживаться от таких вот банальностей. На самом деле есть еще один такой лайфхак, как выявляются эти проблемы, потому что в любом случае, что бы вы ни делали, вначале идут какие-то шаблонные слова, шаблонные мышления. То есть мы все думаем и говорим на одном и том же языке, и первое, что вот мы, когда начинаем обсуждать проблему, у всех говорится что-то про одно и то же, и вот, скорее всего, такими большими общими словами. Вот попробуйте выписать все проблемы, которые вначале приходят к вам в голову, отложить на денечек и через день переписать еще раз, потому что на следующий день, скорее всего, вы заметите те проблемы, которых не замечали при первом подходе. Может быть, проблема сама бросается на вас и требует ее скорейшего решения.
Также проблемы часто сводятся с каким-то личным, узкогрупповым или узкопрофессиональным, когда мы говорим о недостаточной квалификации, о слабой технической оснащенности, или когда мы говорим о том, что мы сами там недостаточно понимаем свою аудиторию, недостаточно можем с нею общаться. Это те проблемы, которые чаще всего решаются, опять-таки, путем нашего обучения, нашей мотивации. Эти проблемы, которые, если их распространить на какой-то более обширный круг организаций, которые тоже можно решать, но, опять-таки, главное, чтобы это не были проблемы вот внутри одной вашей конкретной организации. Смотрите шире, потому что проекты, которые направлены только внутрь, это, скажем так, решение текущих задач, а не проблемы, которые касаются области социокультурного проектирования. Ну вот, собственно, про то, как мы иногда видим проблемы наших целевой аудитории. Что вот, не знаю, там подростки не ходят, не слушают классическую музыку, что там дети читают не так много, как нам бы хотелось. Но на самом деле это не та проблема, о которой можно говорить. Также очень часто мы вообще путаем, что такое проблема. Вот здесь на картинке у нас как раз девушка такая с головной болью сидит. Но причина головной боли может быть, ну, то есть если просто выпить таблетку от боли, корень этой проблемы не будет решен. Поэтому есть еще один способ, собственно, докопаться до того, какая проблема изначальная. Этот способ, который применяется и для социокультурного проектирования, а также для того, чтобы посмотреть на какие-то проблемы, которые вот существуют в нашей повседневной человеческой жизни. Этот метод несколько раз задать себе вопрос «почему?». То есть мы говорим, что вот там те же подростки, не знаю, не ходят в музей. Почему они не ходят в музей? Потому что там им неинтересно. Почему им в музее неинтересно? И вот так пять раз, как минимум пять раз, иногда пяти раз тоже бывает недостаточно, мы докапываемся до какой-то первоначальной проблемы, и что проблема вообще не в тех самых подростках, а в чем-то другом на самом деле. Важно понять, да, чья это проблема. То есть это проблема музея, это проблема аудитории или это проблема общества в целом, либо же это проблема какой-то определенной группы людей и, соответственно, хотим ли мы работать с этой группой, можем ли мы эту проблему решить. Важно понять, что эта проблема, она существует здесь и сейчас, и это про понятие актуальности, то есть что через год эта проблема будет решать уже не актуально, и может быть тогда ее здесь и сейчас и вообще не решать, потому что как бы она через год уйдет сама собой, или что эта проблема была в прошлом, но здесь и сейчас там с развитием технологий этой проблемы уже не существует. Есть ли способ, как определить, на каком уровне ваша проблема находится? То есть, опять-таки, мы говорим про какие-то внешние проблемы, про внутренние проблемы, и насколько эта проблема соразмерна с тем проектом, который вы задумали. То есть, можете ли вы эту проблему решить теми методами, которые вы для себя планируете? Вы определили некую проблему, и чтобы понять, действительно ли это так, необходимо это проверить в коммуникации с заинтересованными субъектами. На самом деле мы и проблему можем выявлять через анализ потребностей нашей аудитории, различные анкетирования, опросы, чтобы понимать, что вообще происходит, и видеть, какие запросы есть у аудитории, и точно так же потом подтверждать, действительно ли это так, уже в повторной такой коммуникации. Это снова про внутренние и
внешние вызовы, которые существуют, которые мы говорим, которые мы можем увидеть, когда говорим о проблемах. Я здесь остановлюсь в большей степени на внешних вызовах, потому что про внутренние мы чаще всего так или иначе внутри наших организаций больше обсуждаем гораздо, чем про то, что волнует, допустим, людей. Про то, говорим ли мы о том, хотят ли люди получить те продукты, которые мы им предлагаем. Какие позитивные социально ориентированные ценности и практики мы можем предложить другим людям, где, в чем наша аудитория рассчитывает на нашу поддержку, а может быть, она на нее даже не поддерживает, но при этом не рассчитывает, но мы можем эту поддержку ей также оказать. То, про что мы чаще всего забываем, когда начинаем делать проект, это анализ наших конкурентов. Вот как вы думаете, собственно, что может дать анализ конкурентов? Или, а вот знаете, мы там такая уникальная организация, что с этой темой работаем только мы, и поэтому у нас никаких конкурентов нету. Чаще всего такое мнение на самом деле ошибочное. Даже если вы единственный театр в городе или единственный музей в городе, у вас в любом случае есть организации, которые занимаются решением тех же проблем, которые вы решаете вы. Используют ли они какие-то оригинальные способы решения проблем? Какие есть у них сильные стороны? А в чем ваши сильные стороны по сравнению с ними? То есть вот этот вот знаменитый SWOT-анализ, когда мы определяем сильные стороны и слабые стороны, недостатки и преимущества, они очень важны, и посмотрев на то, кто наши конкуренты, очень может быть, что мы придумываем как раз новые способы работы, которые мы можем внедрять также и в свои культурные учреждения. Это про то, что мы чаще всего думаем, что мы вот сейчас проведем еще одну выставку, устроим еще один концерт, поставим еще один спектакль, и вот тогда у нас будет какой-то новый, другой результат, тогда к нам вот точно пойдут люди или что-то изменится к лучшему, все станут вокруг культурными, но проблему невозможно решить на том же уровне, где она возникла. Нужно решать проблему на уровень выше, чем тот уровень, на котором она возникла. И здесь хотелось привести пример мемориала Жаниса Липке. Здесь любой проект, он является ответом на какое-нибудь противоречие между идеальным и реальным. И вот в таком социокультурном музейном комплексе Жаниса Липке они предлагают сделать такую дискуссионную площадку, где молодые люди могли бы собираться и разговаривать на различные темы, в том числе спорить друг с другом. И вот как авторы проекта говорят, учиться гражданскому мужеству, что его надо тренировать, как мускулы. И вот такой вот дом храбрости, он должен стать такой своеобразной тренировочной площадкой. Теперь мы переходим от проблем к идеям, потому что вот мы определили круг проблем, с которыми мы хотим работать. Это может быть одна проблема, это может быть несколько проблем, но нам их надо как-то решить. Для того, чтобы проблема была решена, да, надо подняться на уровень выше и нужно придумать какую-то все-таки чаще всего оригинальную идею. Оригинальные идеи, они рождаются из насмотренности, они рождаются из того, что мы проявляем любопытство к тому, что у нас есть внутри организации, как это работает, про что мы еще не рассказывали, как мы еще не пробовали работать. Оно рождается из коммуникации
И коммуникация это должна строиться, когда мы друг друга слышим, а не просто собираясь на конференциях. Очень часто происходит такое, что мы просто делимся своими успехами и гораздо реже делимся какими-то провалами, тем, что не получилось, и не слышим, а что хорошего сделали другие, нам важно поделиться тем, что есть у нас. К счастью, конечно, так не всегда происходит, но бывает. Поэтому при общении всегда старайтесь получить от этого общения максимум. При придумывании идей думайте про различные ассоциации и аналоги. Но вот тут вот у меня в скобочках написано про историю про создание липучки. Это, я думаю, что многим известная история, что из репейника, в общем-то, была дальше по аналогии создана застежка-липучка. Сочетайте несочетаемое. Сейчас очень популярны различные междисциплинарные подходы, и вот эти вот кросс-культурные пересечения, они действительно дают новый результат и новый эффект. А как развивать свою креативность? Также, вот, допустим, придумайте 100 идей использования скрипки, использования велосипеда, использования кирпича. Если вам кажется, что это невозможно, просто попробуйте. Просто это достаточно быстро разгоняет ваши какие-то творческие возможности. И даже если вам кажется, что вы человек, который следуете таким традиционным путем, даже эти традиционные идеи можно облечь в ту форму, которая будет актуальна для решения тех проблем, которые вы хотите решить. Очень эффективный инструмент — это мозговой штурм вместе с вашей командой, когда вы просто без оглядки на то, сколько у вас есть здесь сейчас ресурсов, финансов, начинаете придумывать различные идеи. Седьмой пункт про задавание вопросов, он очень связан с любопытством. Это те самые «почему?», «а что, если мы попробуем как-то иначе?», «а почему это невозможно?», «может быть, все-таки возможно?», «и что мы можем сделать, чтобы это стало возможно?». Вот. И еще один способ — это войти в образ, слиться с тем, про что нам нужно рассказать или, опять-таки, какую проблему решить. Допустим, вот такая история была с придумыванием обоев, которые не горят. То есть если бы я была обоями, что бы мне нужно было, чтобы не гореть, точнее говоря, какими еще качествами мне нужно было бы обладать, чтобы стать еще более там, конкурентоспособными на рынке обоев. Вот, придумали таким образом обои, которые не горят. И, безусловно, записывайте все ваши идеи. Может быть, здесь сейчас ваша идея будет не актуальной, но, возможно, она всплывет через пару лет, либо же на основе той неактуальной идеи, которую вы записали пару лет назад, вы можете придумать еще что-то новое. Но вот здесь у меня вопрос к вам. Что общего, такое вот мини-развлечение между этими ежиками и молоком? Возможно, вы знаете эту загадку. Вот подумайте, что их объединяет. Это как раз тоже про такое немножечко абсурдные сочетания, которые позволяют нам увидеть вот те самые аналогии, которых мы при обычном взгляде не видим. Это списочек книг для развития креативности, на этом не буду подробно останавливаться. И дальше очень важная, мне кажется, мысль для учреждений культуры, для институтов публичной памяти, это то, что мы всегда работаем с неким инструментом, сознанием, будь то с каким-то культурным продуктом, но при этом мы создаем продукт более высокой ценности. Это чаще всего некая мудрость, некие ощущения, некие эмоции, которые гораздо сильнее тех знаний, которые есть. Несколько примеров из музейной сферы про то, как делить все-таки
тему, то есть то, о чем мы можем рассказать, и идею проекта, чем одно отличается от другого, потому что нам кажется, что ну вот у нас есть хорошая тема, вот мы, это и будет нашим проектом. Но просто наличие какой-то определенной темы вообще не гарантирует наличие хорошего и интересного проекта. Вот здесь Хабаровский краеведческий музей и тема «Гражданская война на Дальнем Востоке». И идея у этого проекта была в том, чтобы рассказать историю гражданской войны не как противостояние белых и красных, как традиционно, а как историю возникновения и исчезновения государств. И единственный след от этих государств — это, собственно, денежные знаки. А еще один интересный партнерский проект — это выставка «200 ударов в минуту». И здесь тема, ну вот, есть коллекция пишущих машинок, есть такой культурный феномен, как пишущая машинка. И авторы проекта, они говорят о пишущей машинке как возможность для творчества и даже в каком-то смысле символом творчества. Но в то же время та же самая пишущая машинка — это инструмент чекистской бюрократии. И поэтому ее можно рассматривать с очень разных сторон. И как предмет дизайна, и как инструмент создания художественных текстов, и как простой носитель информации, и как некое, в том числе, художественное средство. Проект «Инверсия» в музее-заповеднике Гатчина, когда тема была интерьеры Гатчинского дворца в разные исторические эпохи. И это в том числе про вечный вопрос консервации или реставрации. И если реставрации, то на какой период? А данный проект, когда вот такая вот стеклянная витрина, на которых могли воссоздаваться интерьеры дворца совершенно за разный период. И ты, как попадая внутрь, в общем-то, тоже становишься такой вот частью этих интерьеров. То есть здесь взгляд гораздо шире, чем просто разговор про интерьеры. И еще один проект «Человек-человеку лев», выставка о благотворительности. И, с одной стороны, вот тема достаточно так простая, просто звучит, показать, как Лев Толстой был благотворителем. И выставка сама по себе рассказывает о помощи Толстого людям, но также о работе сегодняшних благотворителей. Но идея — это не просто, опять-таки, передать вот эти знания, что происходит сейчас и что было век назад. Все-таки идея — раскрыть мотивы, побуждающие людей в разное время заниматься благотворительностью. И когда мы говорим о мотивах, то это уже гораздо больше затрагивает современного человека, потому что он также начинает задумываться и вот отвечать на такие вопросы, подсказки, собственно, а он в какой ситуации мог бы помогать, кому бы он хотел помогать, готов ли он помогать или не готов. И здесь также цитата Томислава Шолы, который можно использовать для многих социокультурных проектов, когда мы используем социальную память как условие, гарантирующее качество принятия решений. То есть, основываясь на том, что было в прошлом, мы можем как-то по-другому принимать решения, которые мы принимаем в настоящем. Сейчас у нас раунд с вашими вопросами. Если они поступили, сейчас я проверю, были, не были. Да, вот тут вот. Да, вот Мария Попова ответила очень правильно, сворачиваются, все шипят, буква «К». Но я думаю, что все эти варианты, они возможны и допустимы. Если у нас нет вопросов, то мы будем двигаться дальше. Если вопросы будут возникать, я напоминаю, что вы можете их задавать. Да, вижу, что все-таки вопросы появляются. Какие есть интересные кейсы по творческим проектам? Екатерина, пожалуйста, конкретизируйте по творческим, в какой
сфере, потому что мы с вами про творческие самые разные говорим. Но, наверное, про кейсы я могу рассказать в завершении нашего разговора, но все-таки вот один кейс приведу. Для меня интересный кейс творческого проекта, который был сделан для молодежи. Это проект «Культпоход», который осуществлялся в Воронежской области с 12 по 14 год. И это, по сути, был сначала творческий конкурс различных работ. Там были самые разные номинации: современное искусство, и поэзия, и музыка, и различные художественные творчество, и, в общем-то, даже те, как бы, опять-таки, междисциплинарные проекты, которых вот как отдельного направления нет, в том числе и арт-менеджмент. И для Воронежа, мне кажется, это был не просто яркий проект, это очень важная школа, потому что после первого конкурсного отбора дальше ребята попадали в творческий лагерь, где с ними занимались профессионалы высочайшего уровня, и они как раз открывали в них историю про свободу, свободу самовыражения. Не загоняли в какие-то рамки, как надо рисовать, как надо писать стихи, как надо ставить театральные постановки или делать социокультурные проекты, а позволяли делать то, что больше всего им откликалось. И вот эта вот возможность творческого поиска привела, в общем-то, к плеяде рождения, мне кажется, в Воронежской области серии очень успешных как поэтов, что, в общем-то, мне кажется, не очень традиционно для вот такого массового сознания и молодых художников, музыкантов, и все они очень самобытные, и благодаря, в общем-то, этому проекту они стали заметны на такой вот, как бы, гораздо выше сцене. Вот в сфере вязания и шитья Екатерина, к сожалению, наверное, таких вот проектов я не знаю, но во всяком случае я подумаю, возможно, у меня в конце что-то родиться, про что я вспомню. А вот про сферу библиотечных учреждений, наверное, также я не скажу точно, в какой библиотеке этот проект реализовывался, но когда библиотека организует серию открытых интервью с людьми города, и когда общаются не только на темы различные литературные, но через литературные вопросы отвечаются на вопросы, которые очень сильно волнуют современных горожан. То есть как проблемы современного города, там, я не знаю, бездорожье, неухоженные фасады зданий, как это отражено в литературе и как в том числе литературные герои с этим справлялись, а как справляется автор, то есть вот интервьюер. И эта серия роликов была очень популярна. Это не были открытые беседы, это именно вот такие вот ролики в YouTube. И, наверное, еще назову такой проект, который он не совсем связан с литературой, точнее говоря, он не совсем связан с библиотеками, потому что реализуется на базе литературного музея, но мне кажется, что здесь вы для себя тоже можете найти какие-то точки пересечения, потому что это когда это проект «Только не я», Ксении Белькевич, когда она берет тему буллинга школьного и на основе этого, в
общем-то, организовывается в том числе книжный клуб, точнее говоря, книжный клуб в Литературном музее существует достаточно давно, а это вот специализированная группа, которая посвящена этой непростой проблеме. И там вокруг этого проекта на самом деле целая серия самых разнообразных мероприятий, но это опять про то, когда мы обсуждаем какие-то произведения, которые создавались давно или современными авторами, но в которых затрагиваются те проблемы, которые, в общем-то, нужны здесь и сейчас и актуальны для современности. Про сложные ситуации на самом деле я могу рассказывать, мне кажется, бесконечно, потому что сложные ситуации — это то, с чем, если ты действующий проектировщик, ты постоянно сталкиваешься с какими-то сложными ситуациями. Вот дальше, допустим, в разговоре про команду мы как раз про них будем в том числе и говорить. Но там здесь и сейчас я, допустим, могу рассказать ситуацию про то, как выстраиваются отношения, когда ты строишь кросс-культурные проекты, когда у тебя с одной стороны ученые, с другой стороны художники, и когда они не могут между собой договориться, когда они достаточно жестко выступают один против другого, и ты, как куратор, должен найти не просто золотую середину, а ту середину, которая будет максимально отвечать на запросы вашей аудитории. Другой сложный проект — это работа с подрядчиками, когда даже при наличии очень строгого ТЗ тебе приходит товар, скажем так, абсолютно ненадлежащего качества. И в этот момент ты должен оперативно решить, как с этим быть. То есть, допустим, запускать и презентовать проект с тем, что есть, или все-таки идти на риск, откладывать изначальную презентацию и все-таки добиваться от подрядчиков того, чтобы ситуация была решена. Вот мы как раз, у нас в музее был такой случай, и, в общем-то, даже у нас дважды подрядчики переделывали достаточно объемный заказ, потому что пришли абсолютно ненадлежащего качества предметы, с которыми мы просто не могли открывать экспозицию. И именно поэтому, потому что есть вот эти вот все сложные ситуации, очень важно просчитывать риски. К сожалению, риски, связанные с командой, они, наверное, и с теми людьми, с которыми мы осуществляем наши проекты, они самые сложные, потому что погодные риски, с ними можно работать. В общем-то, работать можно с любыми рисками и нужно с любыми рисками, но погодные риски мы можем, или там риски финансовые, когда у нас растут цены, мы можем предсказывать гораздо эффективнее, чем риски, которые связаны с какими-то содержательными членами нашей проектной команды. Я предлагаю потихонечку двигаться дальше. Вот название, да, ну, решила, что название проекта — это тоже важно, потому что когда мы придумываем, мы очень часто пишем какие-то очень длинные формулировки, там, создание выставки того-то, 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 или проведение такого-то прекрасного фестиваля на такой-то площадке. Но очень важно иметь емкое название. Это важно и для маркетинга. Наверняка вы про это уже слушали. Это важно и для коммуникации внутри команды и внутри вашей организации. Это важно для того, чтобы ваш проект легко запоминался. Оно должно отражать суть, легко запоминаться, быть оригинальным и лаконичным. Поэтому, если вы придумали какое-то название, обязательно его загуглите. Может быть, уже 10 вариантов такого названия есть. Важно отделять проект от
текущие работы организации, поэтому проект не должен быть там десятым из той серии, которую вы уже сделали, и вот тут вот вдруг из чего-то вы решили, что вот этот вот одиннадцатый, это будет какой-то новый проект, поэтому вы его точно так же и назовете. Проект все-таки должен быть вот этим вот самобытным ядром. Ценности. Вот это вот пирамида Дилтса, и я ее предлагаю вообще пройти всем вам по работе в ваших учреждениях культуры. Как с ней нужно работать? Вы садитесь, и примерно у вас на это уйдет, скорее всего, часа 2-3. Как для, почему это важно? Потому что мы обычно работаем в сфере, вот что завтра нам нужно, у нас есть госзадание, поэтому вот госзаданию мы должны сделать первое, второе, третье. Или у нас есть определенные идеи, которые мы вот хотим воплотить. У нас есть, скорее всего, какая-то сверхцель, скорее всего, мы про нее помним, но не очень ее осознаем. И вот чтобы эта цель, миссия, она стала не просто словом «миссия», а действительно реальностью, очень важно ее прописать для любой организации. Почему это важно? Потому что это те границы, в которых будет существовать дальше ваша организация. И в зависимости от того, как вы сформулируете вашу миссию, вы, соответственно, будете идти по вашим проектам. То есть в зависимости от этого вы будете выбирать, делать тот проект или другой. Когда у вас 10 проектов предлагается, вы будете точно понимать, какой из них лучше всего служит достижению ваших целей и служит вот как раз реализации вашей миссии. Миссия — это то, что всегда направлено вовне. Поэтому это вот такой вот базовый анализ, который я предлагаю провести действительно в ваших культурных учреждениях для того, чтобы понимать, какие шаги будут наиболее эффективными для того, чтобы вы добились желаемых результатов. Вот эта вот базовая ступенька окружения — это, собственно, где, когда, с кем. Вы можете делать два таких вот шага. Это планировать про то, что вы, куда вы хотите попасть, то есть, допустим, где будет располагаться там ваш проект, когда ваш проект будет реализован и с кем вы будете делать ваш проект. Это вот такое первичное окружение, в котором вы записываете все, что есть. Допустим, вы работаете в библиотеке, соответственно, вы здесь прописываете, что библиотека в таком-то городе, что у нее там такое-то здание, которое там требует, не требует ремонта, столько-то посетителей сейчас, столько-то посетителей, там, допустим, через 5 лет вы хотите видеть, такое-то количество мероприятий проходит сейчас, такое-то количество мероприятий хотите потом, хотите, чтобы там, я не знаю, появилась какая-то уютная гостиная, там зона для пожилых людей, еще что-то, то есть вот какой-то набор желаемых таких вот абсолютно материальных вещей, которые вы хотите видеть. Следующий этап — это действие. Это, собственно, вот что вы делаете здесь и сейчас. Опять-таки, то есть, ну вот, составляете планы, не знаю, ведете соцсети, проводите определенное, опять-таки, количество мероприятий, привлекаете краеведов, устраиваете литературные чтения или что-то в этом духе. То есть вот здесь сейчас вы делаете это. И, соответственно, это приводит вот к тому, что вот у вас там на самой нижней ступени, что вас окружает. Вот. А если вы через 5 лет посмотрите, вот, что бы вы хотели, чтобы вас вот буквально в материальном плане окружало, и какие действия вы тогда должны делать для их получения, чтобы у вас было там на 20 мероприятий больше, или чтобы вам ходило
там, больше людей, что вы должны сделать. Если вы хотите, чтобы не просто люди ходили, но они еще и там, не знаю, наслаждались процессом и всем рассказывали про то, как прекрасно в вашем учреждении, опять-таки, что для этого вы хотите делать. То есть это уровень действия, вот очень важный уровень. То есть я, допустим, буду делать оригинальные там вот проекты или проекты для молодежи, и благодаря этому, то есть молодежь узнает о городе, но сначала там проведу исследование, что-то, то есть вот что буквально там набор действий. Скорее всего, этих действий у вас будет достаточно много, и это нормально, потому что из этих действий вы дальше будете выбирать, что на самом деле эти действия можно делать не через 5 лет, а уже здесь сейчас, но почему-то вы их здесь сейчас не делаете. Третий уровень — это уровень навыков и способностей, то есть что могу, как. Это про то, что вы здесь и сейчас уже умеете хорошо делать. Например, вы отлично организовываете концерты там, под открытым небом. Или там, ваши музыкальные произведения звучат по всему городу и очень высоко ценятся горожанами. И вот за счет каких навыков? То есть вы смогли договориться с властью, чтобы это звучало? То есть у вас какие-то хорошо развитые коммуникационные навыки, коммуникативные? Либо же у вас вот действительно высокого качества сам продукт, который вы предоставляете уже здесь и сейчас? Но есть наверняка в навыках какие-то проблемы, какие-то пробелы даже, скажем так, или назовем их точками роста. То есть каких навыков вашему учреждению не хватает для того, чтобы вот совершать те действия, которые вы говорите про там, через условные 5 лет, чтобы получить то окружение, которое вы хотите. Набор навыков вы также прописываете, а дальше думаете, за счет чего вы эти навыки можете получить. То есть это нужно какое-то дополнительное обучение пройти. Соответственно, вот это вот обучение, вы его снова записываете в уровень действий. То есть это такая многокомпоновочка, вы все время возвращаетесь от одного к другому. Следующий уровень — это уровень уже ценностей и убеждений. Вот тут как раз ценности вынесены под заголовком, потому что это те культурные нормы, которые принимаются в обществе без необходимости их доказывать. Это здоровье, образование, просвещение, это может быть там тоже ценность экологии, ценность культуры, как есть. То есть вы прописываете, что за ценности соответствуют ценностям именно вашего учреждения. То есть что вы хотите делать, почему важно то, что вы делаете, что это дает обществу. И вот этот уровень ценностей, он это как пример с двумя строителями, которые один кладет кирпичи, а другой строит храм. То есть это про то, почему это важно. Это то, что заставляет вас и ваш коллектив в том числе вставать и идти на работу. Если вы будете действительно не просто там книжки выдавать или ставить спектакли, делать выставки, а если вы будете там работать с наследием, с сохранением наследие, с эмоциональным состоянием людей, то это, соответственно, совсем другой уровень. Уровень идентичности, на нем я долго не буду останавливаться, это вопрос, кто я. Но вот важную вещь еще про ценности не сказала и про убеждения. Убеждения у нас есть в том числе и ограничивающие. То есть вот ограничивающие вашу организацию убеждения могут быть, что у нас в организации работают всего 3 человека, поэтому мы ничего не можем сделать.
Но если вы подумаете обратно, что в нашей организации работают целых 3 человека, каждый из которых болеет за свое дело, поэтому мы можем вот на небольшое количество аудитории определенной делать те вещи, которые дальше будут масштабироваться. Или мы можем одного человека направить на работу с волонтерами, и тогда в нашей организации будет не 3 человека, а 3 человека в организации и 40 увлеченных волонтеров, и это наша большая ценность. И, то есть здесь очень важно в том числе посмотреть на то, что вашу организацию там здесь сейчас ограничивает в развитии. Вот прямо тоже очень советую посмотреть на это, потому что в проектировании, в создании проектов очень важно отметать все «я не могу». Я не могу что-то сделать, потому что у меня нету ресурсов, у меня нету времени, или мы этого никогда не делали, поэтому, или там нас власть не поддержит однозначно, хотя мы и не пробовали к ней обращаться, или там мы 10 раз к ней обращались, поэтому мы уже 11-й не хотим к ней обращаться, хотя, может быть, на 11-й и поддержат. То есть, или какие-то другие убеждения, в общем, попробуйте посмотреть, прямо прописать, не бояться изначально, а что вы делать не можете. Вот не можете и все. И попробовать в столбик рядом переписать то, как вы все-таки эту проблему можете решить. Иногда, конечно, да, все, эта проблема там однозначно не решается. Тогда попробуйте спросить у коллег, не зря у нас существует нетворкинг, а как, собственно, они выходили из той или иной ситуации. Потому что действительно большинство каких-то креативных идей и проектов, они зачастую создавались в таких спартанских условиях, когда казалось бы, что сделать ничего невозможно. Возвращаемся к столбику к уровню идентичность. Это история про то, кто я, кто вы как организация в вашем населенном пункте. Кто вы как организация в вашей области? Кто вы как организация среди аналогичных организаций, таких же, как и вы? Чем вы отличаетесь? В чем ваша уникальность? Вот этот набор, она есть у каждого, однозначно. Потому что даже если две организации в одном городе делают одну и ту же работу, чаще всего у них разный набор вот тех самых навыков, способностей, компетенций, разный набор ресурсов. Поэтому найти свою уникальность и вот это вот уникальное преимущество перед другими, его возможно. Просто это опять-таки дает вам ту уверенность, что вы вот не просто учреждение, которое несет свет, культуру там, и любовь в массы, но учреждение, которое вот, знает свое место и чем оно ценно для той территории, где оно находится. И миссия организации — это сложно. Далеко не у всех организаций прописанная и артикулированная миссия. Чаще всего она есть у крупных организаций, и она достаточно глобальная. Допустим, там вот, ну, сейчас навскидку вспомнила миссию IKEA, что сделать жизнь каждого человека чуточку лучше. И это вопрос про то, как ваша организация проявляется вовне. И попробуйте вот чем вы ценны, зачем вообще городу нужна ваша организация или там вашему населенному пункту, потому что не обязательно вы находитесь в городе, ради чего организация должна существовать, какую пользу она на самом деле приносит. Здесь примером тоже музейного проекта, и он связан с переменой культурной нормы. Потому что тоже просили проекты каких-то
небольших организаций. И это вот проект «Острова орхидей» в музее Шелихова в Иркутской области. И тогда, в общем-то, на этом острове, когда ботаниками были обнаружены, в общем-то, орхидеи — прекрасный туристический объект. Туристов вокруг достаточно, но как туда привлечь? О, сделать какую-то инфраструктуру. Ну, значит, вместе с местными жителями. И там были организованы в том числе и такое микропредпринимательство, различные волонтерские десанты, но место все равно не становилось привлекательным. Потому что местные жители продолжали выбрасывать мусор на берег реки. И это проблема, которая, в общем-то, не родилась здесь сейчас. Это выбрасывание мусора, это такая культурная норма была. То есть его 100 лет назад выбрасывали на берег реки, при половодье это все уносилось 200 лет назад. То есть это такая закрепленная традиция, а от традиции избавляться на самом деле достаточно сложно. Единственная проблема, что мусор, который был 100 лет назад, очень сильно отличается от того мусора, который здесь сейчас. И сейчас он не растворяется, не исчезает, а продолжает лежать. И вот вместе с ребятами, с художниками музей сделал выставку про то, что мусор настоящий, в общем-то, никуда теперь не исчезает и будет больше 100 лет, как минимум 100 лет, а то и больше, существовать. Понятно, что одной выставкой вот эту вот культурную норму изменить нельзя, но это все равно сдвигает сознание людей. И это про то, как средствами одного культурного мероприятия можно воздействовать на нечто большее, чем просто, просто вот просветительство. Потому что это не просто про рассказ про то, сколько лет у нас разлагается мусор. Цели проекта, про целеполагание. Теперь поговорим. Цели проекта, они должны стоить того, чтобы к ним стремиться. Цели задают направление движения к желаемому будущему. То есть чему наш проект будет как раз содействовать, к чему мы стремимся. Цели проекта всегда направлены к обществу, и они должны быть сомасштабны той проблеме и методам ее решения. Это основные характеристики целей, потому что цели, как и проблемы, очень часто в проектах формулируют глобально. Это ошибка. Ну вот это известный пример Владимира Юрьевича Дукельского о том, как он разбирает цели на примере сказки о царе Салтане. То есть цель у трех девиц, которые тихо под окном пряли вечерком, она стать царицей. Но вот первые две, в общем-то, поставили цели затратные, нереальные, и основанные на такой достаточно обычной деятельности. А третья девица, конечно, тоже использует традиционную деятельность, прямо скажем, ничего оригинального не предлагая, но она решает проблемы царя, а не просто что-то абстрактное. Потому что здесь история в том числе про то, что ну, вроде бы и пир хорошо, и ковер тоже неплохо, там всем будет. Но для царя конкретно, который принимает, для человека, который принимает решение, ответственный за принятие решения, их предложения были абсолютно непривлекательными. Цели проекта, они чаще всего очень взаимосвязаны с теми задачами. То есть, но целей чаще всего не бывает много. Цель у проекта бывает одна, максимум две, потому что под каждую отдельную цель должны быть отдельные задачи.
Задачи всегда конкретны. Задачи имеют определенные сроки начала и завершения. Задачи привязаны к календарю. И когда мы формулируем задачи, их всегда можно ставить в совершенном времени. То есть сделать, решить, предложить, организовать, создать. Вот это все про задачи. Если мы говорим там сохранение, привлечение, то чаще всего это все-таки относится к сфере целей, нежели чем к сфере задач. А для решения каждой задачи в вашем проекте должны быть соразмерные ресурсы, самоштабные вашему действию и соответствующие целям вашего проекта. Вот картинка здесь, которая представлена, это тоже про то, как мы должны формировать план реализации нашего проекта и какие задачи ставить. Потому что в самом начале мы готовы крутить педали вверх, прикладывать максимум усилия, чтобы подняться на самый верх. Но чем дальше мы едем, без подтверждения какого-то результата, тем ниже наша мотивация. Это, в общем-то, когда вы задумываете проект, посмотрите различные вебинары про динамику мотивации, про то, какая динамика у группы, что у любой группы все равно будут стадии какого-то кризиса, и что это нормально. И в этот момент, в общем-то, очень важно ставить задачи какие-то легкие. И важно, чтобы у вас вот во время всего вашего движения в том числе были микрорезультаты. Потому что если вы как руководитель проекта видите конечную цель, то вся ваша команда этой конечной цели может не видеть, ломаться посередине, отпадать, распадаться. И в этом плане очень важно вот это вот грамотное, сбалансированное движение, когда у нас есть движение вверх, движение по прямой, движение вниз под горочку с какими-то легкими задачами, а после движения вниз можно уже легко взбираться снова вверх, поэтому следите за этим в том числе. Здесь привожу примеры нескольких целей, это вот, который был для проекта, одного из победителей проекта, который сейчас реализовывается в музее-заповеднике Дивногорье, и он ставил две цели. Это вообще суть данного проекта по созданию музейной детской площадки. Вот цели такие, то есть цель не будет создать, собственно, эту самую музейную детскую площадку. Создать — это процесс, который имеет начало и конец, соответственно, это будет задачей. А цели — это обеспечить комфортное пребывание семейной аудитории с маленькими детьми в музее-заповеднике и создать условия для развития самостоятельной познавательной активности ребенка, где музей — источник знаний и место отдыха. А обучение с развлечением — две стороны одного процесса. То есть здесь цели про то, какие, собственно, задачи решает, они соразмерны с теми задачами, которые решает данный проект. А вот задачи уже вполне конкретные. Это разработать детально интерактивные зоны детской площадки с учетом уникальных природных и исторических особенностей музея на основе при этом вот фондовых коллекций. Создать инженерный проект и согласовать строительство, построить и обеспечить безопасность, провести не менее там 3 мероприятий, разработать буклет и освещать деятельность по проекту в соцсетях и в СМИ. И еще один проект, он сейчас реализуется в Ярославском музее-заповеднике, хотя я его тут тоже постаралась максимально обезличить для того, чтобы у вас были просто примеры формулирования целей и задач. Это перевод темы изучения и представления диалектов из лингвистического научного знания в поле нематериального культурного наследия и предоставление их как важной части региональной идентичности. А задача уже в данном случае — это систематизировать имеющиеся данные о говорах, собрать новые данные и проанализировать то, что утрачено,
С помощью этнолингвистического метода связать коллекции музеев региона с результатами диалектических исследований, диалектологических, и найти экспериментальный, но адекватный способ представления аудиоматериалов и взаимосвязанной музейной коллекции с помощью экспозиционного решения и образовательной программы. Ну вот найти, наверное, способ, мало того, что его найти, нужно его еще реализовать. В задачах бы я сюда здесь добавила. А здесь несколько кейсов, несколько примеров из проектов, и хотела бы с вами как раз обсудить, как можно было бы усовершенствовать данные цели, все ли, что здесь написано, является действительно целями, или это просто решение каких-то, опять-таки, задач. Вот поэтому вы, кстати, можете вот здесь сейчас тоже пописать, подумать, поразмышлять вместе с нами о том, что, какие ошибки, возможно, допускают авторы. Хотя я бы не говорила об ошибках, потому что здесь не было вот в ваших проектных задачах задачи формулирования корректных целей, но тем не менее это важно. Вот создание выставки детского художественного творчества учащихся детских художественных школ и школ искусств краевого центра. Как я уже до этого говорила, создание выставки — это продукт, и это будет задача, а не цель. Целью будет, что даст эта выставка, как она изменит отношение учащихся, как она изменит отношение к какой-то проблеме тех, кто придет смотреть на эту выставку. То есть цель, она где-то выше, чем просто тот продукт, который мы создаем. Это то, ради чего мы, собственно, эту выставку будем делать. Следующая цель — это профессиональный подход к творчеству уличных музыкантов, профессиональных и любительских коллективах, исполнителей популярной этнической джаз и фолк-музыки. Здесь вроде бы как есть сверхцель, то есть это не просто некое обучение этих уличных музыкантов, это не просто некий концерт уличных музыкантов, а это профессиональный подход. Другой вопрос, что в этой формулировки отсутствует, собственно, история про то, а в чем заключается этот профессиональный подход. То есть цель, она, да, она должна быть достаточно лаконичной, но при этом максимально раскрывать суть. Потому что тот человек, который будет читать, допустим, если вы формулируете цель в какой-то проектной заявке, у него не должно возникать никаких вопросов по отношению к тому, а что вы под этим имели в виду. Если говорить о цели, ту, которая для вас, как для команды, потому что цель можно распечатать, повесить на стеночку, и она будет для вас таким ориентиром, собственно, к чему вы стремитесь, то здесь тоже это не набор определенных действий, это то, что должны получить эти самые, скорее всего, так как проект для уличных музыкантов, уличные музыканты, с одной стороны, а с другой стороны, та аудитория, которая любит слушать этих уличных музыкантов и восхищается их игрой. Или, может быть, чтобы у них как раз появилась эта новая аудитория, которая их раньше не слышала, потому что аудитория уличных музыкантов обычно ограничивается там жителями или прохожими той улицы, на которой они играют. То есть здесь могут быть самые разные цели у данного проекта. Следующая цель проекта — обмен опытом сотрудничества с частными коллекционерами и музеями, нестандартной презентации частных коллекций, а также привлечение внимания к роли частной коллекции как феномена в культурном коде города, ее культурной ценности как цельности, независимо от ценности каждого предмета в ней, предотвращение распыления коллекций, мотивирование к сотрудничеству с государственными музеями собирателей и меценатов. Вот здесь, с одной стороны, обмен опытом с частными коллекционерами, между частными коллекционерами и музеями, видимо, а также нестандартная презентация частных коллекций, это, скорее всего, я бы отнесла к задачам. То есть вот
на каком-то одном из мероприятий, чтобы произошло вот такое вот взаимное опыление. А с другой стороны, было какое-то мероприятие, опять-таки, это может быть выставка, а может быть не выставка, потому что здесь речь идет про нестандартную презентацию. Может быть, это какая-то театральная постановка на основе частных коллекций, кто знает, что имеют в виду под этим авторы проекта. Но вот все, что идет после «а также», это как раз относится уже непосредственно к целям проекта. Это действительно, да, про привлечение внимания к роли частной коллекции как феномена в культурном коде города, что сколько у нас коллекционеров, как, и вообще так красной тряпочкой помахать о том, что такие коллекции у нас существуют. Соответственно, если мы говорим про привлечение внимания, то это одной из задач явно будет максимальное освещение данного проекта. Вот дальше предотвращение распыления коллекций. Скорее всего, такая угроза существует, если авторы об этом заявляют, и это также может быть целью данного проекта, но цель — это скорее такая вот уже достаточно сверхцель, потому что, скорее всего, напрямую авторы этого проекта на предотвращение там распродажи частных коллекций повлиять не смогут. Но возможно, что вот показывая эту коллекцию именно как цельную коллекцию, они помогут каким-то другим коллекционерам или тем же государственным музеям уже приобретать эти коллекции целиком, а не разделяя их на какие-то отдельные части. И вот мотивирование к сотрудничеству с государственными музеями, собирателями, меценатов, здесь это тоже может быть как цель, которая будет достигаться за счет серии определенных мероприятий. Так что вот здесь как бы гораздо больше историй, которые мы можем выделить именно как непосредственно цель проекта. Цель еще одна следующая проекта, который тоже разберем, это внести в русскоязычный сегмент театральной жизни Европы новое яркое событие, которое позволяет работающим на русском языке коллективам поделиться опытом, наладить новые контакты, помогает сделать русский язык необходимым инструментом творческого общения. Вот здесь как бы внесение русскоязычного сегмента театральной жизни в жизнь Европы. Это какая-то определенная задача, которая может решаться через, опять-таки, серию каких-то мероприятий. Но здесь, чтобы сформулировать цель, нам нужно ответить на вопрос «зачем?». То есть что дает внесение русскоязычного сегмента для вот этого обмена опытом? Какое обогащение это даст? Вот новые контакты, опыт — это обязательно, чтобы это переходило именно вот в сегмент, то есть становилось каким-то ярким событием? Или же это можно сделать какими-то другими способами? Вот должен ли русский язык быть необходимым инструментом творческого общения? Если должен, то вот что это дает, какое обогащение это может дать? То есть как только вы чуть-чуть конкретизируете, потому что ну, в целом здесь есть такие, во-первых, оригинальность идеи, есть очень конкретные результаты, это и про новые контакты, это и про какое-то яркое событие, это инструмент творческого общения, что тоже очень важно. Но вот просто чуть-чуть еще додумать. Если автор проекта здесь, может быть, сможет как-то тоже доформулировать. Хотя, может быть не согласным со мной, это тоже нормально, потому что единственного верного решения в проектировании не существует. Тем оно и прекрасно, что каждый может идти своим путем. Но почему важно все-таки уметь формулировать цели определенным образом? Потому что это, как только вы их формулируете вот по определенной схеме, тогда
Вы становитесь понятным гораздо большему количеству людей, а не только сами себе. Потому что когда цель вот она внутри вас только, то человек, который извне будет ее читать, он просто вас не поймет. И точно так же человек, который будет приходить на ваше мероприятие, которое вы сделали с определенной целью, он эту цель просто может не считать. То есть ему будет, он, может быть, возьмет для себя что-то другое, что тоже хорошо, но у вас-то цель была какая-то определенная, а не просто, ну, мы сделаем что-нибудь, а там что получится, то получится. И еще одна цель — это обмен опытом работы библиотек с людьми с ограниченными возможностями и совместное творчество этих людей в библиотеках. Здесь опять речь про некие действия, инструменты, потому что обмен опытом и что? Вот, то есть вот получение какого-то определенного опыта работы и, соответственно, который повлечет за собой там, усовершенствование методов работы библиотек с людьми с ограниченными возможностями и создание условий для совместного творчества людей в библиотеках, вот это вот уже более конкретно, более похоже на цели. Здесь все-таки вот такие вот конкретные шаги, которые могут стать задачами для достижения цели. Будем двигаться дальше. Предлагаю задать ваши вопросы. У нас уже есть как раз вопросы. Какие подводные камни, сложности могут быть при реализации международных проектов? Что нужно учесть и предусмотреть? Проект по традиционной культуре, ремесла, фольклор. Что касается международных проектов, вот если говорить об особенностях, то здесь важно, я бы посмотрела прежде всего на содержание, потому что первая сложность, которая может возникнуть, это сложность, связанная с общностью ценностей, общностью культурных понятий. Потому что даже если мы будем делать одни и те же проекты на одну и ту же тему, но в разных регионах России, мы тоже можем не понять друг друга. Вот как этот проект с ярославскими говорами, есть некие культурные традиции, которые есть только на определенных территориях. Вот это вот договориться о понятиях на берегу очень важно на начальной стадии реализации проекта международного и выверить все возможные недопонимания, потому что для вас это кажется там безобидным, а в другом обществе такое может быть не принято и вызывать совсем другие чувства. То есть это, там, допустим, даже если вы говорите о ремеслах, какие-то традиционные истории могут восприниматься людьми другими совсем иначе. И вот наша задача как раз заранее предусмотреть это. И это не значит, что мы что-то должны там исключать из там, нашего проекта, но просто по-другому с этим работать. Очень важно культурный контекст, который мы несем, его заранее прописывать и делать так, как будто... Но мы часто делаем проекты из позиции того, что, ну, как я вам тоже говорю, ну, вы же знаете вот это, вот, да? Вот все как будто бы уже все знают. А на самом деле все не могут знать все, и это важно предусматривать. Поэтому вот языковой барьер в том числе, который может быть, даже таких понятий в языке в другом нету, это важно учитывать. Конечно, важно учитывать различные сложности, которые могут возникать в связи с бюрократией, в связи с какими-то отношениями при, допустим, если у вас какая-то транспортировка, либо же привоз, приезд участников, потому что это гораздо более длительный процесс оформления организации таких мероприятий, потому что когда я вот проводила крупные международные
мероприятие, то понятно, что у вас ключевой участник, ему могут не дать визу, там банально что-то, при том, что вы заранее начали решать этот вопрос. У вас там за полгода уже все ведомства уведомлены. Но вот такие ситуации, их, к сожалению, стоит предвидеть, учитывать и допускать, что вот такие сложности, они в том числе могут возникнуть. Наверное, я бы вот эти вот основные пока перечислила. Это те сложности, с которыми сталкивалась я. И вот логистику, если мы говорим о привозе-увозе чего-то, ее надо просчитывать в 10 раз тщательнее, чем логистику передвижений, когда мы находимся внутри одного государства. Пример благотворительности Толстого — это кейс уже реализованного проекта. Да, это выставка, сейчас не скажу, 19-го или, наверное, все-таки 19-го, потому что 20-й год у нас был достаточно сложным и нетривиальным. Это музей Толстого на Пятницкой в Москве, но в сотрудничестве с очень большим количеством различных благотворительных фондов. Да, это реализованный проект. Музей-усадьба «Ясная поляна» реализует волонтерский проект. Пример был не о нас. А, это как раз про Толстого. Нет, это про другой, видимо, проект. Какие ошибки совершают авторы проектов при постановке целей? Ну, наверное, вот основные вы сами увидели, что, во-первых, первая ошибка — это то, что цели глобальные, что мы хотим поднять духовность нашего общества или изменить отношение всех студентов к культуре, чтобы все ходили слушать музыку, знали свою историю, любили музеи и так далее. То есть вот какие-то очень глобальные цели. Второе — это когда ставятся не цели, а формулируются различные задачи, что вот да, что наша цель — это создать или там, провести фестиваль. И действительно, если брать там вот этот классический анализ по целям, которая цель должна быть конкретная, достижимая, реализуемая, желанная, укладываться в определенные сроки, для классической постановки целей — да. Но и у цели обычно бывает какой-то артефакт как бы по итогам ее выполнения. Но здесь в проектном менеджменте чаще всего все-таки история про цель как некая сверхзадача, которая есть у вашего проекта, которая стоит чуть выше, чем набор определенных действий, которые вы должны выполнить. Поэтому вот две таких крайности. Либо нечто нереализуемое, то есть все-таки цель, она, да, она немножечко про полет на Луну к звездам, то есть она стоит на уровень выше там, тех задач, которые вы решаете, с одной стороны, но с другой стороны, она все-таки, когда мы будем говорить про критерии эффективности, вы можете ее пощупать, то есть она реализована, вы ее достигли. То есть если мы там говорим, допустим, о каких-то более комфортных условиях, действительно повысился ли комфорт посетителей семейной аудитории? Или же от создания там, этой детской площадки ничего не изменилось? Потому что, с одной стороны, это да, это какое-то вот чуть более абстрактное, чем просто создание площадки, но вполне достижимое. Вот ставить недостижимые цели — это другая крайность. Как собирается команда на проект с нуля? Какие советы? Ну, собственно, на этом вопросе мы перейдем к следующей части, потому что как раз следующая часть у нас будет про партнерство, про команду.
и про аудиторию, с которой мы будем работать, но я ваш вопрос тоже запомнила. Значит, целевая аудитория. Определенная группа людей, для которой может быть создан продукт, услуга, программа, на которую может быть нацелена информация или реклама. Почему история про «мы делаем фестиваль для всех», «мы делаем выставку для всех», ну как же мы, а что мы, вот там, если мы делаем выставку для пожилых людей, мы всех остальных что, не будем пускать? Или если у нас фестиваль рассчитан на подростков, то что, людей там старше 40 мы на него тоже не будем пускать? Или что, им будет неинтересно? Может быть, они тоже там хотят точно так же повеселиться, как подростки. Или если это детский клуб, то что, родители с детьми уже не могут ходить? Вот, кстати, в детский клуб, наверное, единственный из приведенных мной примеров, когда скорее нет, чем да, потому что там будут совсем разные методы работы, а знать свою целевую аудиторию и знать своего, не зря там маркетологи рисуют портрет идеального клиента, очень важно, потому что от этого зависит формат мероприятия, от этого зависит то, как вы организуете какое-то свое пространство. Понятно, что если вы делаете для людей старшего возраста, то вам нужны максимально комфортные места, где можно отдохнуть. Там для детей они гораздо быстрее проголодаются, поэтому количество времени и там, количество внимания, которое они могут уделить вашему проекту, будет короче, чем люди старшего возраста. Чем увлекаются ваши целевая аудитория, какие у них интересы. И если, допустим, говорить про музеи, то понятно, что в зависимости от этого будут меняться, допустим, те этикетки, которые вы пишете, и тексты этих этикеток, вводный текст. То есть на какую аудиторию в первую очередь вы будете ориентироваться. Но деление аудитории может быть не только по возрасту, по социальному положению. Вот здесь такая вот табличка, зачем вообще аудитории различные ходят в культурные учреждения. То есть кто-то хочет вот проявить себя, кто-то хочет получить какой-то новый опыт, кто-то чувствует там, благодаря эмоциям, полученным от просмотра спектакля или прослушивания какого-то концерта, невероятные эмоции, вот это вот освобождение. Кто-то, кому-то просто хочется веселья и развлечения. Поэтому это может быть очень разные потребности. И вот на эти потребности культурные учреждения, потребности разных групп, они будут отвечать по-разному. Также, допустим, если мы делаем проект для туристов, то он, безусловно, будет отличаться от того проекта, который мы делаем для местных жителей. И это не только в том, как мы его будем представлять, но и что будет внутри, потому что люди, которые живут на этой территории, многие контексты знают, им не надо его давать на мероприятиях дополнительно. А те же, кто приехал на какое-то событие, пусть он там даже и традиционно приезжает, его нужно все равно погружать в определенный контекст, то есть это будут какие-то другие подводки, это будет другая организация пространства, чтобы, опять-таки, если они приехали, долго ехали, что было пространство, где им можно отдохнуть, поставить машину, если самостоятельно, или автобус, если они едут туристической группой. В общем, возникает самое разное количество различных нюансов, которые следует учитывать. И вот здесь тоже привожу несколько примеров кейсов из ваших проектов. Кратко про что проект, просто как бы основная его идея. Вот фестиваль национальной кухни. И здесь целевые аудитории авторы обозначают как владельцы ресторанов и кафе, шеф-повара и творческие коллективы, мастера, организаторы гастрономических фестивалей, эксперты в области национальной кухни регионов и стран зарубежья. Скорее всего, это
не будет целевая аудитория, это будут участники и партнеры проекта, потому что они будут работать для широкой аудитории на различных площадках данного фестиваля, а эксперты, соответственно, будут их оценивать. Либо же это какое-то очень узкое профессиональное событие, на которое широкая публика не допускается, такое тоже возможно, и это тоже может быть проектом. И в этом случае действительно владельцы ресторанов, кафе, шеф-повара, которые смогут там на мастер-классах обменяться какими-то технологиями, рецептами, повысить свою квалификацию, в этом случае они действительно будут целевой аудиторией. Но в этом случае это именно закрытое событие. Если мы говорим о фестивале, доступном для более широкой аудитории, то здесь мы должны для себя понять, кто эта аудитория. Это будут, возможно, домохозяйки, которые хотят в том числе что-то получить, какие-то навыки. Это будут люди, которые любят вот как раз пробовать, и у них хорошо развиты там вкусовые рецепторы. То есть здесь очень много может быть целевых аудиторий, но вот то, что здесь обозначено, если это фестиваль для широкой аудитории, это скорее про команду такую вот проектную, партнерскую, которая будет работать внутри фестиваля. Если мы говорим об организации обучающих семинаров, профессиональных конкурсов, подготовке методических пособий, направленных на повышение профессиональной компетентности, вот тут в данном случае учителей. И здесь целевая группа — воспитатели и учителя национальных языков. И здесь действительно это вот те самые благополучатели, очень точно описанные, вот такая вот узкая целевая группа, и этот проект профессиональный направлен конкретно на них. А вот также благополучателями этого проекта, то есть не целевой аудиторией, а теми, кто, кому будет хорошо от того, что этот проект будет реализован, будут уже воспитанники и ученики вот этих самых воспитателей и учителей. То есть такая вот взаимосвязанная цепочка. И поэтому проект в его эффектах, он будет завязан уже как раз на учеников, тех, кто пройдет повышение квалификации. Международный джазовый фестиваль. И вот аудитория как, обозначена как любители и поклонники джазовой музыки. С одной стороны, очень точное определение аудитории, потому что действительно именно для них джазовый фестиваль и проводится. Но здесь мы сами себя как будто и ограничиваем, как будто тех, кто еще не знаком с музыкой джазовой, мы не приглашаем. Возможно, здесь могла бы добавиться еще какая-то аудитория, которая ранее с этой музыкой была незнакома, но мы знаем, как на нее выйти, знаем, что для нее нужно провести определенные там другие мероприятия, возможно, которые как бы разберут по полочкам, расскажут, что такое джаз и что в нем такого, от чего у всех бегают мурашки. То есть это уже будет другая серия мероприятий, которая просто даст возможность этот проект масштабировать, делать его доступным для более широкой аудитории. То, к чему мы все время стремимся, привлечение каких-то новых аудиторий на наши мероприятия, выращивание новой публики, скажем так. И еще один кейс — это онлайн-читки пьес современных драматургов. И вот здесь как раз проект будет интересен широкой аудитории. Но будет ли он интересен, я не знаю, там, кому-то, кто никогда не ходил в театр? Как человека, который не ходил никогда в театр, заманить на онлайн-читку? Теоретически, ну, точнее говоря, даже и практически, это сделать можно. Но для того, чтобы это сделать, нужно выявить этого человека в отдельную целевую аудиторию. И
конкретно под него проводить вот, ну, в данном случае какую-то определенную кампанию по привлечению его, чтобы он вообще заметил и захотел прийти на данную онлайн-читку. Кому это будет скучно, а кому это будет интересно? Что это даст определенной аудитории? То есть даже здесь, в проекте в онлайн, который ты нажал кнопочку, и тебе это все доступно, сегментировать свою целевую аудиторию очень важно. Это именно дает нам понимание, какие инструменты мы будем использовать для реализации нашего проекта, какие будут наиболее эффективные инструменты для достижения наших целей и выполнения тех задач, которые мы перед собой поставили. Создаем проект мы для себя, но потребители данного проекта — это другие люди или же другие институции. Ну, почему мы для себя создаем? Потому что любой проект, он вот такое вот наше детище, истинное желание, которое внутри живет. Если это проект, который вам там сверху вот так вот спустили какая-то администрация, то вряд ли он будет успешным. Для кого? Это вот история про тех самых стейкхолдеров, которые могут быть очень разными. Это может быть и научное сообщество, с которым мы работаем, это может быть власти, пресса, это могут быть различные общественные объединения, это могут быть разные категории наших посетителей, слушателей, зрителей. Это может быть проект для нашей собственной организации. И вот такая важная фраза, что хороший проект неплохо продать хотя бы дважды, она про то, что вы можете его делать для определенной аудитории, но вот теми самыми благополучателями могут быть гораздо более широкое количество лиц. Там, те лица, которые заразились как бы любовью к музыке, допустим, через то, что послушали рассказ вашего зрителя об этой музыке. Они послушали, услышали, сначала там включили где-нибудь, нашли в открытых источниках какую-нибудь музыку, а затем уже пришли на ваш концерт повторно, ну, точнее говоря, вот они как раз первый раз, и это влияет как-то в том числе на их, на эмоциональное, на духовное состояние, там приводит их в состояние восторженности, любви, доброты, каких-то совсем других эмоций, так недостающих в какой-нибудь спешке и рутине. Кто же у нас участвует в реализации проекта? Это та команда, которая делает проект, это те, кто находится внутри самого проекта. Это субподрядчики или контрагенты. Они иногда бывают членами проектной команды, когда они в том числе ответственны за принятие каких-то содержательных решений. В этом случае они участники проекта. Но зачастую бывает так, что это просто люди, которые делают что-то согласно нашему техническому заданию, не принимают никакого творческого участия непосредственно в проекте, и то есть они просто работают за деньги, скажем так. Они не вносят какого-то своего творческого вклада в это. И при этом я в том числе про творческий вклад говорю даже про, не знаю, дизайнеров, если они работают чисто по вашему техническому заданию, и вы, а не дизайнер, который является исполнителем, отвечаете за финальный результат проекта. Потому что, казалось бы, ну, дизайн — это такое очень творческое история, и зачастую дизайнеры, они внутри проектной команды как раз находятся, но это далеко не всегда так. То есть если это какая-то творческая история, это тоже не обязательно, что будет вот внутри именно вашей проектной команды. И плюс у 90% проектов есть партнеры, и их интересы, они пересекаются с участниками. Вот, собственно, в точке проекта. Это обязательное условие. То есть вашим партнером не может быть администрация
города, если она никак не заинтересована в том, чтобы вы этот проект делали. Вашим партнером не может быть субподрядчик, потому что он просто работает за деньги. Но про это тоже чуть дальше еще отдельно поговорим, про, собственно, непосредственно партнера. А вот мы подошли к этапу команды. Правда, заранее у нас в том числе был такой вопрос про то, как работать с малыми командами, как ее создавать, в том числе и с нуля. Поэтому здесь есть ответ на этот вопрос. Кто обычно в команде? В команде это идейный инициатор, собственно, проекта. Он руководитель, он отвечает как за содержательные вещи, так и за технические, за итоговую их часть. Безусловно, очень важная история про делегирование, и часть своих функций руководитель просто обязан распределять. Зачастую у проектов есть куратор, собственно, содержательной части проекта. Это такой художественный руководитель, тот, который, допустим, я не знаю, хорошо знает какое-то литературное произведение, с которым вы работаете, как с проектом, или хорошо понимает, как это будет выстроено. И, ну, это не научный консультант, потому что научный консультант может просто вас консультировать, а это именно человек, который собирает такую вот творческую часть проекта в одно. А куратор и руководитель — это может быть также одно лицо. Зачастую требуется, опять-таки, какие-то дизайнеры, художники, сценаристы, и они практически всегда нужны, потому что если мы организуем мероприятие, у нас все равно выстраивается его архитектура определенного, там, будь то мероприятие онлайн, будь то мероприятие офлайн. Если мы организуем, там, не знаю, издаем книгу, то без дизайнера никуда, делаем выставку, опять-таки никуда, проводим фестиваль, все равно нам, вот, опять-таки, нужно вот это вот художественная часть, потому что мы глазами видим и воспринимаем очень многое. Далее вот педагог, культорганизатор, куратор волонтеров. Это может быть те, кто работает, допустим, с детской аудиторией на нашем проекте или работает с какими-то внешними аудиториями, привлекает их. На практически любом проекте нужен технический специалист. Если это у нас что-то в помещении, значит, как будут там все розетки подключены, как будет работать свет. Если это мультимедийный проект, соответственно, как все работает в сети интернет. То есть здесь очень важно предусматривать в том числе вот таких специалистов. Если этого специалиста у вас нет в команде, то когда вы реализуете проект, приглашайте его извне. Это один из способов, собственно, как закрыть вот эти вот белые дыры. Продвижение проекта, про это вы отдельно говорили, вот фотофиксация и видеофиксация, его тоже очень важна как для архива истории вашей организации, так и для продвижения данного проекта к вашей аудитории. Не забывайте о том, что любому проекту, если он завязан на каких-то средствах, нужен бухгалтер и юрист. Юрист хотя бы в качестве консультанта, потому что есть проблемы и с авторским правом самые разные. Есть проблемы, когда вот я говорила про сложности работы с подрядчиками, и лучше, чтобы вот этих вот технические проблемы, в смысле, как это в договоре прописано, это тоже решалось и смотрелось с юристом. В общем-то, у проекта, у любого очень много юридических особенностей. Не забывайте, пожалуйста, про такого специалиста. И внешние партнеры, которые могут закрывать вот какую-то из этих функций. Возможно, у вас в партнерстве какая-то образовательная организация, которая как раз
будет проводить в вашем проекте мероприятия для детей. Возможно, вы какое-то архитектурное или художественное бюро берете в себе в партнеры, и тогда они будут отвечать за часть дизайна. И это именно партнеры в том плане, что им тоже важно, чтобы этот проект состоялся и был классным, а не просто они хотят заработать на этом денег. То есть это я еще раз отличие партнеров от подрядчиков поясняю. Быть вот таким вот автором, локомотивом проекта, это, конечно, почетно, но это достаточно сложно, потому что авторами проектов могут быть любой человек в организации. Это может быть директор, это может быть там какой-то вот даже технический специалист, это может быть экскурсовод в музее, но просто его, он видит какую-то проблему, он придумал идею, как эту проблему решить, он автор, и он берет на себя ответственность вот эту идею продвигать и реализовывать. И это очень важно, чтобы в организациях роль руководителя не присваивалась вот теми людьми, которые непосредственно руководят там, потому что тогда организация все время загнана в определенные рамки и не может воспитать внутри себя каких-то новых, новые кадры. Как строить креативную команду? Как раз ответ на вопрос. Я сначала отвечу вопрос на то, как создавать как раз команды с нуля. Если у вас есть идея проекта, определите как раз список того, кто вам нужен в проекте, и дальше ищите тех людей, которые описываете того, кто вам нужен, через их функции. Но функции не в виде, там, я не знаю, составлять Google таблички, а функции, которые, то есть вот с помощью, не знаю, Google табличек вы будете помогать проведению международного фестиваля, тогда гораздо больше шансов на то, что на вашу там, условно вакансию откликнутся в том числе и там, волонтеры, что это не просто какая-то там техническая работа, я не знаю, по переводу аудио какого-то в текст, что это опять-таки вот такая, скажем так, сверхмиссия, поэтому история вот с пирамидой Дилтса и с определением миссии, которую я вам рассказывала, она на самом деле является одной из самых важных. В том числе вы можете определить и миссию вашего проекта и вот всем в команде говорить, что вот мы таким образом будем строить проект. Если это команда внутри вашей организации, то вы в любом случае понимаете, кто вам нужен, и дальше идете разговаривать с теми сотрудниками, которые есть в вашей организации. И это очень важно, поговорить с каждым из них перед тем, как проект запущен. И получить не просто согласие, а чтобы человек, вот там дальше у меня это будет в моменте про делегирование, услышал вас и понял, что он не просто сказал, да-да-да, я это буду делать, там, что там Вася собирается, ну, я там потом разберусь, что мне нужно делать. А чтобы он вам в том числе проговорил, в чем будут его функции заключаться и как он может помочь проекту. Это такое, наверное, золотое правило руководителя, чтобы не сам руководитель просто поставил задачу, а чтобы задача была возвращена назад исполнителям, чтобы дальше не возникало вопросов. Хотя, конечно, там человек дальше скажет, может что-то сказать и на автомате, а потом забыть. К сожалению, такие случаи тоже бывают. Это один из таких вот проблемных случаев, когда люди из команды отваливаются. Когда проект уже запущен, очень важно определить правила работы в команде. То есть, например, мы собираемся раз в неделю.
Или там каждый отвечает за определенное количество задач, и мы не пересекаемся. Или наоборот, Коля может подменить Васю, Маша может подменить Олю и так далее. То есть, и поэтому мы там должны быть в курсе вот определенного объема задач. Правила работы касаются и выходных, и сверхурочной работы, потому что чаще всего проекты — это про движение, это про спринт, это про иногда марафон, когда нужно распределять силы на дистанции, как вы будете в том числе вот, закладывать, я не знаю, в бюджет проекта сверхурочную, оплату сверхурочной работы, как вы будете выстраивать свою работу в выходные. Возможно, вы будете использовать в том числе какие-то технические инструменты для коммуникации в команде, может быть, чатика там в каких-то мессенджерах будет недостаточно, и вы будете работать там в Битриксе, в Трелло или в каких-то других системах, которые помогают выстраивать задачи и ставить задачи, и вам так будет проще. В общем, это все определяется на начальной стадии, а не так, что да, проекту надо уделять 2 часа в неделю времени, но потом, знаете, тут текучка навалилась, 1 неделю пропустили, 2 недели пропустили, и вот как раз за этим должен следить руководитель проекта, чтобы не накапливать вот эти вот отложенные задачи, потому что действовать в ровном ритме гораздо проще, нежели рывкообразными. Хотя здесь тоже понятно, что, наверное, играет роль наш российский менталитет, что мы вот пока дедлайн не нарисовался, ничего не делаем. Поэтому, возможно, вот этот вот дедлайн себе стоит ставить каждую неделю. Выявление мотивации. Каждый член проектной команды приходит зачем-то. Кому-то нужна власть, и поэтому там вот он будет руководить, не знаю, командой волонтеров и в этом реализовываться. Кому-то нужно признание, поэтому там этот человек очень хочет выступать в прессе. Поэтому выявите вот эту мотивацию, и она далеко не всегда денежная. Просто особенно в проектах в области культуры. Кому-то вот действительно нужно просто построить храм, и нужно дать ему эту возможность, и он будет отлично справляться с этой функцией, с какой-то в том числе не очень чистой работой. Следующее — это вот обучение в течение всей жизни. Если вы хотите работать в творческой и креативной команде, то нужно все время обучаться и самому, и обучать команду, разрешать ей, давать ей такую возможность, потому что как только вы, ну, если вы только вы один будете все время обучаться, то дальше вы все время будете говорить, да что же они там у меня ничего не знают или ничего не хотят, а они даже и не имеют, может быть, возможности. И вот следующий пункт, насмотренность, он с этим тоже очень тесно связан, потому что чем больше хороших проектов мы знаем и видим, тем легче мы можем придумывать какие-то оригинальные идеи для своих. Чем больше что-то красивого мы видим, тем лучше у нас в том числе вкус. Поэтому это тоже очень важно устраивать, может быть, выезды на те проекты, которые вам импонируют, участвовать в обмене опытом, смотреть, наблюдать. То есть, вот, может быть, в этом тайминге общем реализации проекта на это прямо выделять отдельное время на повышение собственной квалификации. Очень хорошо работают организации мозговых штурмов и мастермайндов, когда отбрасываются, опять-таки, предрассудки и просто набрасываются идеи по решению тех проблем, которые по ходу проекта возникают. И, кстати, вот в таких вот мозговых штурмах иногда проектные команды сами собой и рождаются. То есть, возможно, вам стоит пригласить людей к себе в организацию на какую-то стратегическую сессию, обозначить, что вы бы хотели делать такой проект, вы бы хотели решить этим проектом такую-то проблему,
и пусть они предложат решение. Возможно, кто-то там так проникнется идеями вашего проекта, что захочет быть членом вот этой вот проектной команды. Потому что обычно после вот стратсессий каких-то проведенных тебя идеи очень долго не отпускают. Понятно про четкое планирование и расстановку приоритетов. Расстановка приоритетов — это про то, что вот этот вот результат проекта чаще всего где-то там отложенный. А здесь сейчас у нас, нам нужно выполнять планы, принимать там посетителей, то есть делать всю ту рутину, которая у нас есть. Вот очень важно на проект в том числе выделять время. При этом не стесняйтесь приглашать внешних экспертов и использовать ресурсы партнеров и волонтеров. Вот у вас, ну нет у вас в городе хорошего, не знаю, дизайнера. Ну посмотрите те, кто вам нравится, и напишите им, выясните стоимость их услуг, можете ли вы позволить. Может быть, они тоже там так проникнутся миссией вашего проекта, опять возвращаю вас к слову, миссия, что захотят с вами работать за идею. За спрос, вот эта вот история «просто спроси», с вас денег никто не возьмет. Да, это большая работа, в том числе по отбору вот этих экспертов, но это решает проблему, что мы в маленьком селе, у нас никого нет, у нас не получится интересного и креативного проекта. Вот это одна из возможностей, как сделать что-то по-другому. Точно так же с ресурсами партнеров и волонтеров. Конечно, работа с волонтерами — это отдельная история, отдельная большая задача. История про делегирование — это схемы от Ольги Шевченко. Понятно, что важно задачи делегировать, в том числе и вот там экспертам, волонтерам, подрядчикам, с кем бы вы ни работали, используйте эти правила. Это понимание задачи, то есть это про то, что я говорила, что человек, которому вы ставите задачу, своими словами ее вам объяснил, и вы находитесь на одном уровне понимания. Постановка задачи в виде итогового результата, а не конкретных шагов. То есть, Вася, мне нужно получить, там, я не знаю, чтобы на мероприятие пришло 100 человек. Каким образом Вася будет приводить 100 человек на мероприятие, вас не должно интересовать, вас должен интересовать конечный результат. То есть дайте свободу Васе, потому что желание все контролировать, возможно, Вася, точнее говоря, невозможно, а 100%, если вы это поручаете именно Васе, Вася это знает лучше, чем вы. Плюс письменная коммуникация, она, наверное, работает надежнее всего, потому что, ну вот это вот, а я забыл, а я не помню, что я такое тебе говорил, когда у вас все ваши шаги зафиксированы письменно, это гораздо более эффективный результат дает. Получил задание, утвердил понимание, показал часть работы, принял какие-то замечания, презентовал результат, оставил время на правки и итоговая сдача работы. Это следующий слайд у нас про стейкхолдеров. Это те группы лиц, физических, юридических, которые также обладают определенными ожиданиями от реализации нашего проекта. Я не знаю, если у нас проходит в городе фестиваль, то гостиницы ждут, что к ним тоже приедут люди и заселятся, или там кафешки, что в местах вокруг там организации культуры будет много, большой трафик, много людей, и, соответственно, они тоже получат от этого какую-то выгоду. При этом, чтобы это все произошло, там, я не знаю, должен ходить хорошо общественный транспорт или должны быть хорошими дороги, и вообще в ваш там населенный пункт можно было как-то попасть. И это все работа с заинтересованными лицами, со стейкхолдерами. Здесь есть история про ожидания. Это то, что, собственно, стейкхолдер хочет получить от проекта, когда он в него включается. Потому что
там, я не знаю, в том числе и гостиницы могут там поселить участников вашего фестиваля с какой-то скидкой, но они, соответственно, предполагают, что к ним зато приедут там посетители вашего фестиваля. Вклад — это то, что проект может получить от данного стейкхолдера для обеспечения его успешной реализации. И ключевые стейкхолдеры — это те, кто, если вы не будете на них обращать внимание, то это может отрицательно сказаться. То есть если вы, как я уже там проводила пример с уличным фестивалем, проводите его без, то есть к согласованию с властями приступаете в финальную очередь, то может оказаться, что, в общем-то, вам ничего не согласуют. Или там, что вы вот хотите, не знаю, в стенах, в окнах вашего музея что-то разместить, а власти города говорят, нет, у нас тут определенный дизайн-код, это не подходит, и вот вообще закрывайте ваши окна, как они у вас были закрыты до этого. То есть вроде бы вы с ними напрямую не соприкасаетесь, но вы не учли каких-то их интересов, и это может быть вот такими чревато отрицательными последствиями для проекта. А вот был заранее вопрос, имеет ли значение юридический статус организаторов при привлечении ресурсов и взаимодействии со стейкхолдерами. Здесь, я думаю, что каждый раз индивидуально решается вопрос, потому что иногда некоммерческим организациям гораздо проще попасть там, в департамент культуры на прием, нежели руководителям учреждений культуры. То есть ситуации бывают разные, они зависят от региона, они зависят от конкретного стейкхолдера. Всем, конечно, приятнее работать с какими-то крупными организациями просто потому, что у них есть уже имидж. Но если у вас вы небольшая организация, но при этом обладаете хорошим имиджем и знаете, что предложить, то с этим также можно работать. Партнерство, да, что это такое? Это когда мы объединяем усилия, ресурсы, средства производства и различную инфраструктуру для реализации проекта. Вот тоже достаточно типичная картинка, с кем часто путают партнеров. Это с донорами, которые дают средства на реализацию ваших проектов, это какие-то контрагенты, поставщики, вообще исполнители услуг. Часто волонтеров также называют партнерами, ну как же они работают на нас бесплатно, значит, они вот такие наши хорошие партнеры. А спонсоры — это те, кто как бы дают деньги на определенную часть или целиком на ваш проект. У вас, я так понимаю, что тоже был уже семинар про спонсорство отдельный. СМИ, если они предоставляют платную рекламу, если СМИ рассказывают о вашем проекте бесплатно, то есть даром, то они, скорее всего, ваши информационные партнеры. Различные соцсети ровно на такой же истории, как СМИ. Непосредственное руководство и учредители. Конечно, они заинтересованы, чаще всего бывают в том, чтобы ваш проект был реализован, хотя не факт, но они с вами в одной связке. Это как ваша, там, в данном случае, глава, какая бы она ни была. И понятно, что хорошо, если вы ее привлекли на свою сторону, и это неформальная поддержка и неформальное партнерство. Но все-таки в данном случае это руководство, а не партнер. И просто те, кто с вами дружит, и просто хорошие люди, они тоже не будут вашими партнерами. Если говорить о мотивации партнеров, то она такая, что мы знаем, какие ваши проблемы, и мы хотим помочь вам их решить. То есть как, через какие средства вы можете привлечь к себе партнеров. С помощью нашего проекта вы можете приблизиться к достижению своих целей. То
То есть вот у организации, я не знаю, есть цель укрепления имиджа или как раз быть там в городе хорошей благотворительной организацией, вот поэтому она помогает там каким-то крупным, в том числе, культурным проектам. А мы поможем вам своими ресурсами, если вы поможете нам. А, то есть у организации культуры, даже у самых маленьких, в том числе, есть ресурсы, которые могут быть интересны партнерам. И эффект от совместного использования различных ресурсов может быть многократно больше, нежели эффект, когда двое работают по отдельности. Но это как с научными лабораториями. Если два ученых в разных местах изобретают что-то одно, то, скорее всего, они быстрее это изобретут, если они объединятся и дополнят знания друг друга. Но вместе проще минимизировать риски проектов. То есть, если это особенно организации из разных сфер, то у какой-то сферы может быть там сейчас, здесь сейчас кризис, а у другой нет. И благодаря этому там среднее арифметическое, оно немножечко выравнивается. А вместе проще противостоять различным угрозам. Это когда, опять-таки, вы приходите что-то доказывать кому-то, вы говорите, а знаете, вот у меня уже там в партнерах вот этот вот большой музей, уже они согласились быть нашими партнерами. И тут говорит, о, да, вот, прекрасно. Знаете, у меня был такой случай, когда я пришла тоже рассказывать там о проекте, говорим, вот мы планируем делать то-то-то. А меня спрашивают, а в нашей стране это кто-то еще делал? Я говорю, нет, вот я аналогичные проекты видела только за рубежом. Но вот в данном случае эта история не сыграла на весомость. А мне сказали, что ну вот когда у нас делают, тогда, мол, мы тогда тоже будем это повторять. Но вот в другой ситуации это обращение к авторитетам, к усилению друг друга, она может сыграть очень большую, важную, положительную роль. А совместные доводы звучат убедительнее. Ну, это понятно, что когда говорит один, это вроде как один в поле не воин такой, вот, хотя иногда бывает очень даже воин, но два голоса, три голоса, пять голосов — это уже гораздо серьезнее. А вместе скорее выделят средства. Общественный вес проекта существенно возрастет и изменится в целом масштаб проекта, когда вы выходите за стены, за пределы своего учреждения, говорите о том, что этот проект нужен не только вам, он нужен там городу, он нужен различным предприятиям города, он нужен там, я не знаю, системе образования, здравоохранения и так далее. Это очень много что меняет. Это партнерский проект, который в чем-то можно было бы назвать спонсорским, но не совсем. Это в 2017 году Королевская академия художеств в Лондоне в партнерстве со школой Королевской академии и платформой виртуальной реальности представила выставку «Виртуальная реальная», которая посвящена была прошлому и настоящему будущему рисования с натуры. Никогда Академия художеств не смогла бы себе позволить вот эти вот виртуальные технологии самостоятельно. Но фирме нужно было продвинуться и продавать эти технологии, а музей был очень, то есть вот Академия крутой площадкой, которая популяризировать могла их многократно за очень короткий срок. А самостоятельно такой дорогостоящий проект, еще раз повторю, Академия бы не реализовала. А еще один проект, который мне просто очень нравится, это когда коллаборация компании Philips в сотрудничестве с кураторами Рейксмузеума, Роттердамским филармоническим оркестром, Амстердамским академическим медицинским центром и медицинским центром Erasmus усовершенствовали процедуру МРТ, магнитно-резонансной томографии. Было отобрано несколько, там, по-моему, 12 полотен из Рейксмузеума. Была подобрана и специально сыграна, соответственно, определенные произведения. И все это транслируется пациенту во время проведения вот процедуры МРТ. Это дает эффект расслабления. Это тоже было, ну вот по отбору картин и музыки специально проводилось дополнительное
исследование, и это очень важная коллаборация, когда у нас наша культура выходит служить совсем другим, гораздо более широким историям, нежели чем просто приход людей в музей, когда мы вот эту вот целительную силу искусства, что называется, наблюдаем воочию и пользуемся ею. Между прочим, там в Великобритании, насколько я знаю, сейчас уже выписывают рецептики похода в музей, если у человека какие-либо проблемы возникают. Сетевые проекты как работа над решением общего поля проблем. На самом деле, вот те проекты, которые сейчас перечислены, это я выделила то общее, что, в общем-то, очень многие проекты, которые были представлены вот, на конкурс, они объединяют. То есть через одного эти проекты повторяются, и, возможно, было бы хорошо, если бы это все просто объединилось в какой-то один проект, в одну базу и распространилось по различным организациям как такой вот методологический, методический сетевой проект. Допустим, там создание двуязычного русско-финского сайта как база данных по какой-то определенной теме, там по репрессиям, по культуре, по каким-то музыкальным произведениям, литературным произведениям. Вот, соответственно, берутся те, кто заинтересован в этой теме, собираются, и получается такой вот мощный проект, гораздо мощнее, чем если этот же проект делать одной организации в одиночку. Ну вот птицы явно бы этого слона в одиночку не подняли. Ресурс для обмена опытом по инклюзивным проектам. Естественно, многие практики, они будут аналогичные. Если это один общий ресурс, то он будет работать более эффективно. Творческие онлайн-мастерские, обучающие платформы. Опять-таки, если на одной и той же платформе несколько организаций будут придумывать и создавать там, и довыкладывать свои онлайн-мастерские, мастер-классы или какие-то обучающие лекции, то эта одна единая платформа, она, конечно, будет гораздо более востребована, популярна, эффективна, чем онлайн-платформа какой-нибудь маленькой, отдельно взятой организации. Просто важно тоже, опять-таки, объединяться тематически. И соединение в одном проекте различных видов искусств. Это, опять-таки, про междисциплинарность. Это, мне кажется, то, что сейчас активно применяется и... На мой взгляд, чистоту каждого отдельного из искусств это ни капли не умаляет, потому что это просто дает новые горизонты, новые ракурсы для видения той или иной проблемы и для ее решений. У партнерских проектов, как и у любых других, в любом случае есть риски. Например, когда организация-инициатор берет на себя всю ответственность координации всего проекта. Потому что очень важно, когда не только риски разделяются, не только какие-то ресурсы объединяются, но и когда ответственность в том числе разделяется. Потому что если у какой-то из организаций есть больше вот этой ответственности, то велика вероятность, что другие организации, они просто будут на эту ответственность на организацию-инициатор сваливать. Вроде бы договорились, даже подписали какие-то партнерские договора, но потом партнеры молчат, не выказывают никакой инициативы. Это, наверное, как в работе с командой определение точек, когда вы обязательно собираетесь. Определение не только подписания там, соглашений юридических, но и понимание мотивации партнеров, что она по-прежнему хороша. Про скажем так, неудачи, когда есть вроде бы партнер, а потом какая-то организация делает аналогичный вашему проект, и ваш партнер уходит к другому. Такие случаи бывают, к этому тоже надо быть готовым, и поэтому важно даже к ключевому партнеру
не зацикливаться, не строить проект только вокруг него, понимать, как вы будете работать, если вот этот ключевой партнер все-таки отвалится и не будет вместе с вами работать. Потому что, ну вот, вроде все, железно договорились со всеми, там, с партнерами или с участниками проектной команды, а участник там, изменились обстоятельства, переезжает в другой город, попадает в больницу. В общем, случаи бывают разные. Это важно, чтобы была вот эта вот незаменимость, она не существовала, и вы могли бы для себя просчитать возможность работы, в том числе и с другими партнерами. Саботаж партнерских договоренностей и перекладывание ответственности, конкуренция за авторство результатов проекта. Здесь очень важно, что вы на старте договариваетесь, как вы будете прописывать там в СМИ, в каких-то, не знаю, научных материалах, на сайтах, кто там будет идти первым проект, как бы инициатором проекта, либо же все три, там, или четыре, или пять, или десять будут все время мешаться там, по алфавиту, как вы будете. То есть это очень важно определить на старте и лучше закрепить, опять-таки, юридически. Вот опять необходимость юриста в команде. Смена приоритетов в партнерских организациях. Ну вот то они занимались там сельским хозяйством, а тут резко решили, что они теперь будут заниматься полетами в космос, поэтому ваша музыка для выращивания сельскохозяйственных культур для них уже не актуальна, и они поэтому больше вашими партнерами быть не могут. Столкновение интересов разных партнеров. Ну я не знаю, вы там два банка позвали себе в партнера, они между собой конкурируют. Понятно, что эти риски тоже надо учитывать. Вскрылись разные ценности, менталитет, то есть какие-то методы, которые используют ваши партнеры, вам не близки. Поэтому ради чего вы это делаете, опять-таки, вот это вот может быть в том числе проговорить пирамиду Дилтса, потому что это действительно очень эффективный инструмент, если им хорошо пользоваться. На самом деле, вот если здесь сейчас вы это не уловили, можете просто в интернете ввести пирамиду Дилтса и посмотреть еще раз, как это работает. Это важно проговаривать, но, к сожалению, у нас, опять-таки, в обществе не всегда принята открытость, и здесь сейчас партнеры могут говорить, что да, они придерживаются тех же ценностей, которые и вы, а по факту, не знаю, ведут себя совсем другого. Ну, допустим, вы говорите за какие-то демократичные обсуждения решений возникающих проблем, а партнер придерживается только авторитарного способа решения и вообще никого слушать не хочет. Понятно, что в этом случае выстраивать равные отношения будет достаточно сложно. Все партнерские договоренности могут остаться на бумаге. То есть вот вроде как обещали помогать, но вот все, что выше я говорила, у них что-то произошло, и все осталось только на бумаге. Да, поэтому буквально кратко остановлюсь на работе со спонсорами, потому что у вас был отдельный про это разговор, но просто поделюсь своим опытом, что на самом деле это реально. Реально, когда вы понимаете, сколько денег вам нужно, на какой проект, какие ценности закрываются этим проектом. Вы смотрите на ценности организации, в которую вы собираетесь обращаться. Если они совпадают, соответственно, вы с ними сотрудничаете. Но нельзя просто взять те организации, которые вот вы считаете там хорошими, и поэтому вы хотите с ними сотрудничать, или те организации, про которые вы знаете. Если вы хотите привлечь спонсоров, прямо выписывайте все, шерстите все. Дальше вы говорите, что да, мне нужен спонсор, и всем вашим знакомым вы об этом рассказываете. Потому что вы никогда не знаете, у кого из ваших знакомых есть контакты с руководителями вот тех больших организаций, у которых вы хотите попросить денег. Потому что это мой личный опыт, что ну, я знаю человека, он вроде вот там простой медик,
но знает руководителя банка, потому что учился с ним в одном классе. Поэтому вот это вот рассказывать. А дальше письма, ну, в моем случае письма не сработали. Нужно было только звонить или ходить ножками и рассказывать. Здесь важна, да, и презентация красивая, которая за 3 минуты, потому что больше, скорее всего, у вас не будет, даст возможность убедиться спонсором, что с вами сотрудничать интересно, что вы можете дать им ответить на их запросы, на их боли. Я не знаю, там, если вы музей, то что вот каждую неделю будете принимать VIP-группы гостей, которые будут приходить из этой организации, там, к примеру. Но за это вы получаете гораздо больше. И в работе со спонсорами, конечно, очень важно четко выполнять свои обещания, потому что, как бы, если у вас хорошая вот эта вот в том числе и спонсорская имиджевая история, то, скорее всего, вы можете привлечь и других спонсоров в том числе. Это кейс. Вот есть у нас такой проект, где создание прототипов предметного дизайна в региональном стиле с учетом условий эксплуатации и запросов на обеспечение психофизиологического комфорта в условиях Крайнего Севера. Дальше про целевую группу, про общую боль с партнером вы можете все прочитать. Вот как вы думаете, кто в этом проекте будет, помимо всего прочего, стейкхолдерами и как с ними выстраивать взаимодействие? Можете тоже написать и подискутировать между собой. Я озвучу свою точку зрения, хотя, опять-таки, стейкхолдеров наверняка больше, чем то, про что здесь и сейчас я буду говорить. Соответственно, возможно, вот эти вот предметный дизайн, он будет интересен, с одной стороны, допустим, вот интерьерным различным магазинам. С другой стороны, то, что касается вашего города, то это может быть интересно, допустим, образовательным учреждениям, чтобы обустраивать среду в тех учреждениях, которые есть. Это может быть интересно власти, архитекторам города, потому что это дизайн, в том числе, возможно, про какие-то малые архитектурные формы, которые существуют в городе. Так как мы говорим о здоровье, то, скорее всего, это будет интересно системе здравоохранения здесь и сейчас. Как выстраивать взаимоотношения, собственно, через общую боль? То есть приходите говорить о том, какие проблемы их вы можете решить. И возможно, что в 10 случаях вам откажут во взаимодействии, но одни, допустим, скажут, у нас как раз стоит ровно такая задача, сейчас там перед нами задача переобустроить детский садик, и вот если вы с вашими дизайнерами займетесь этим, мы как раз вот тут вот все переобустроим, мы оплатим реализацию данного проекта, ваши молодые дизайнеры это все сделают, а, соответственно, вот комфорт детей будет радовать родителей, а мы, в общем-то, нам все равно, как обставлять там данный детский сад. Это к примеру. Сейчас у нас сессия вопросов. Да. Как работать с разными партнерами из разных сфер и как работать с возможными партнерами. Мне кажется, я более-менее ответила на этот вопрос. И работать с партнерами из разных сфер как раз очень важно. Но важно, чтобы в данном случае вы связующее звено, и на вас ответственность организации, допустим, совместных встреч. Либо же, если это партнер на какую-то только часть, ну, я не знаю, там, СМИ, он работает на привлечение. Но это не значит, что мы вот этих партнеров из СМИ не зовем на какие-то содержательные
обсуждения, потому что, возможно, они привнесут, конечно, какой-то гораздо свой опыт, в том числе и в организационную часть проекта. Работать с партнерами — это, да, это заключать договора, договариваться на берегу об обязательствах, о том, кто когда какую задачу в какой момент выполняет. Здесь все равно так или иначе придется в том числе и спрашивать с партнеров, смогли ли они сделать то, что вы изначально планировали, или не смогли. Пока идет информационная рассылка, и я не знаю, кто будет партнерами, а только предполагаю. На самом деле здесь, если вы не проговорили вот с вашим партнером как бы лично, так или иначе, то очень сложно, конечно, выстраивать эти партнерские отношения, потому что вы действительно тогда не понимаете, какие ценности есть у этой организации, совпадают ли они с вашими ценностями, даже если это организация из одного и того же проекта. Да, так, пока вроде бы нету больше вопросов, как раз у нас остается полчаса, и мы поговорим про результаты, как их измерять, в том числе ответим на вопрос, как определить способы измерения качественных результатов под выставочную деятельность. Результат — это то изменение, которое достигается благодаря проекту. Результат может быть для вашей целевой аудитории, для той территории, на которой вы реализуете проект или для которой работаете. Это может быть для культурной сферы в целом, то есть театральной, музейной, библиотечной, музыкальной, художественной и так далее. Очень важно понимать про то, какие у вас есть ресурсы, какую работу вы выполняете и какие продукты получаете. Вот как раз здесь тоже был вопрос про образовательные услуги. Вот, соответственно, к примеру, у нас есть некие интеллектуальные ресурсы разработки, у нас есть определенные материалы, у нас есть финансовые ресурсы, как минимум заработная плата, у нас есть некое помещение инфраструктуры, и у нас есть информационные ресурсы, допустим, у нас есть сайт, у нас есть возможность там сотрудничества со СМИ, у нас уже есть социальные сети, то есть что-то определенное есть. И есть определенная какая-то аудитория, которая так или иначе с нами уже сотрудничает. Дальше про деятельность. Что мы делаем? Мы вот разрабатываем какую-то новую программу, готовим материалы, проводим ту самую информационную кампанию, проводим занятия и собираем обратную связь. И продукт, это, собственно, вот будет та самая программа или ее описание, методика. Это будет какое-то некое пособие и итоговые работы обучающихся. То, что мы получаем на выходе, или, допустим, та же самая выставка работ обучающихся, если это возможно, либо же это какой-то концерт, представление, предметы декоративно-прикладного искусства, в общем-то, все, что угодно. Это может быть. Если говорить про результаты, то они есть немедленные, есть долговременные и есть определенные эффекты. Немедленные результаты — это, вот опять, если мы говорим про какой-то обучающий проект, то это получение каких-то новых навыков. Тут же вот проект закончился, и определенная группа людей эти навыки получила. Наличие положительных откликов от участников и СМИ. Это тоже результат вот прямо здесь сейчас после реализации проекта. И интерес к программе, то есть заявки от новых участников на то, чтобы ходить, я не знаю, в ваш кружок, сыпется как из рога изобилия. Долговременные результаты — это когда вы свою программу передаете в другие организации, то есть тиражирование,
а также вы ее усложняете и привлекаете новые категории участников. А когда вы развиваете и применяете, когда те навыки, которые получили ученики, они их применяют уже в других сферах, в других проектах. То есть они не просто создали ученические работы, но пошли дальше. Участники вообще лучше взаимодействуют с окружающими. Участники начинают создавать и реализовывать свои продукты и свои идеи. И самое такое вот сложное и отложенное, это такой отложенный результат любого образовательного проекта, это вот, как я говорила, про проект «Культ поход», это как раз, на мой взгляд, пример хорошего культурно-образовательного проекта. Это рост числа творческих инновационных бизнесов на территории и поступление на престижные вузовские программы вот тех самых изначальных учеников. И их успешное профессиональное развитие уже может быть не только в вашем регионе, но и за его пределами. Это то, что получается постфактум и может быть очень сильно отложено. Возможно, вы работали с дошколятами, а на выходе вот через энное количество лет это успешные профессионалы, которые признаны в разных профессиональных кругах. Очень важно отличать результат проекта от продукта проекта. То есть продукт — это то, что было создано в проекте, то, что можно пощупать, увидеть и применить, когда проект завершается. То есть это та же выставка, это вот проведенный спектакль, это какой-то законченный образовательный курс, не знаю, изданная книга, проведенная конференция, полученная новая методика. Результат — это то, что произошло вследствие того, что были реализованы мероприятия проекта. То есть если у вас прошел какой-то концерт, то люди получили какую-то эмоциональную реакцию на это, они, я не знаю, пошли покупать какие-то диски с музыкой, и вообще, в принципе, повысился интерес к данной теме, к наследию, сформировалась какая-то инициативная группа, которая сама начинает работать с данной темой и реализовывать свои идеи, в том числе и вовлекает в этот проект уже другие новые аудитории. А какие могут быть эффекты от социокультурного проекта? Они могут лежать в самых разных областях, напрямую не связанных с культурой. Конечно, это и про социальную сферу, это и про экономику, когда хороший культурный контекст привлекает инвестиции в город. Это в том числе и про развитие территории, когда вот существует музей, а дальше вокруг него, не знаю, формируется целое бизнес-пространство, которое связано и с гостиничным бизнесом, и различными туристическими услугами, привлекает художественное сообщество, привлекает бизнесы, которые связаны с гастрономией, и благодаря этому, в общем-то, строятся дороги, улучшается уровень образования на конкретно данной территории, хотя это изначально вот такой музейный проект. Это может быть связано с развитием сообществ, с которыми вы работаете. Вот, конечно, на удаленных территориях очень, наверное, хорошо видно, когда вбрасывается какой-то культурный продукт, и дальше сообщества начинают сами вокруг себя там устраивать микроконцерты, какие-то художественные смотры. Понятно, что это случается не всегда, но это один из вариантов. Эффект это в том числе и в личностном развитии. Это эффект и в изменении качества жизни. Эффекты, они проявляются через определенное время в долгосрочной перспективе. Я говорю, эта перспектива может быть и 10, и 20, и, ну, наверное, больше 20 лет тут загадывать сложно, все слишком меняется в нашем обществе, но вполне возможно, что, ну, вот это тоже классический такой музейный пример, когда в юном возрасте сходил и чем-то впечатлился в музее, а затем на подсознательном уровне вы выбрал это в качестве своей профессиональной сферы деятельности.
эффекты являются следствием также комплексного и долгосрочного воздействия. То есть, возможно, от того, что один раз прошли какую-то образовательную программу, эффект будет только у одного ученика, а чтобы это носило массовый характер, это нужно, чтобы было вот на постоянной основе работало. Очень важно смотреть на то, как реализуются ваши проекты, отслеживать состояние процессов, уметь оценивать полученные результаты и, соответственно, формулировать выводы. Для чего нужны вообще вот вам, как руководителю проекта, оценка и его мониторинг? Ну, типа, ну вот мы сделали, у нас все хорошо, люди пришли, отлично, мы довольны, никаких разборов полетов устраивать не будем. Но мониторинг и оценка нужны для оперативного принятия решений. То есть если вы здесь сейчас понимаете, что вы отстаете от плана, либо же, что у вас та аудитория, на которую вы рассчитывали, почему-то откалывается и не хочет включаться в работу, то очень важно принимать быстрое решение вот в ходе проекта. Коммуникация — это тоже про выстраивание. Оценка напрямую связана с коммуникацией, потому что, чтобы узнать вот как раз качество, проверить качество результатов, именно качественных результатов, чаще всего мы проводим анкетирование, опросы, то есть это получение обратной связи от ваших благополучателей, от вашей целевой аудитории, в том числе от партнеров, от стейкхолдеров. Очень важно получить вот эту обратную связь, где что пошло не так, где можно что-то усилить, улучшить. И это важно проводить и делать. На основе вот этой оценки вы можете строить дальнейшие стратегии и создавать новые проекты, которые уже будут без тех ошибок, которые были допущены вот в изначальном первом, там, втором, третьем проекте. И, безусловно, оценка помогает понять, где источники ваших новых ресурсов. То есть, возможно, в среде опрошенных там, вашей целевой аудитории найдутся те, которые к вам придут волонтерами, к примеру. Это как пример, как это может работать. Вот, собственно, как определить способы измерения качественных результатов под выставочную деятельность. Здесь вот прямо что такое результат, что такое показатель и источник данных или способ проверки. Результат, то есть изменение какого-то отношения, получение новых навыков, привлечение новой аудитории, повышение комфорта посетителей, расширение партнерских связей, расширение географии вашего влияния, всплеск интереса к теме. Показатель может быть в каком-то численном выражении, либо же в каких-то отзывах качественных. А показатели — это тот признак, по которому мы понимаем, что результат достигнут или не достигнут. И источник проверки данных — это, собственно, может быть вот про качественные результаты. Чаще всего и самые надежные — это экспертная оценка. Причем экспертов, скорее всего, не с вашей территории, не с вашего региона, а внешних экспертов. Еще может быть показателем успешности то, что о вас активно упоминают профессиональные СМИ и не просто в качестве пресс-релиза, а в качестве таких вот именно качественных, продуманных аналитических статей. Источник проверки качественных результатов может быть анкетирование, глубинное интервью. Ну, кассовые отчеты — это точно относится к количественным результатам. А здесь качество, мы про качество не можем говорить. А вот подписанные договора с партнерами, они тоже могут относиться к подтверждению качественных результатов. Ну и вот в самом низу такой пример про вот у нас результат, что укрепляет местные сообщества. Вот они вместе себя стали на малой территории осознавать именно как единое сообщество. И, допустим, они принимают участие вот в деятельности, здесь написано музей, но на самом деле любой культурной институции, так или иначе взаимодействие с ней и способствуя ее деятельности. Это вот показатель.
То есть видно то, что мы можем увидеть. Вот да, они действительно пришли и все вместе что-то делают там в музее или другой культурной институции. А дальше они проявляют собственные инициативы и определенное количество в год. То есть когда мы вот это вот про количество в год, это перевод качественного результата в определенное количественное значение. Но далеко не всегда, хочу это подчеркнуть, качественные результаты можно перевести вот в цифровое значение. Но иногда возможно, как с количеством подписанных договоров, так и с инициативами местных жителей, допустим. Качественные показатели. Вот это тоже еще раз, как мы можем их проверять. То есть вот, допустим, повышение уровня удовлетворенности посетителей из категории молодежь программы музея. Понятно, что это про качество. Это, да, уровень, но как измерить этот уровень удовлетворенности? Вот мы берем через отдельно взятых посетителей, проводим с ними интервью, собираем их публичные отзывы, допустим, то, что они оставили в соцсетях. Хотя надо признать, что отрицательные отзывы все равно даже в нашей современной реальности люди пишут гораздо реже, чем положительные. Это, допустим, баллы, когда они выставляют баллы при каком-то анкетировании, когда проводятся глубинные интервью, когда мы анализируем те публикации, которые прошли в прессе, и опять-таки не просто публикации с пресс-релизами, когда они взяли и перепечатали то, что мы им дали, а когда они дали этому еще какую-то оценку. Промониторили то, что пишут в открытых источниках. И для себя вот выявили определенные такие критерии, допустим, проинтерпретировали, что если у нас там где-то очень мало публикаций именно качественных, очень мало публичных отзывов, то это вот плохо для нас. Там чуть выше определенное количество это будет удовлетворительно, там 6 и выше хорошо, к примеру. Это про то, как мы сами для себя изначально создаем такую вот шкалу, по которой мы будем оценивать, что для нас хорошо, а что для нас плохо. Потому что для одного и того же проекта в разных регионах может быть свое хорошо и свое плохо. Все зависит от таких вот изначальных наших предпосылок. Оценка по критериям, но, наверное, про критерии мы достаточно уже подробно проговорили, это про показатели именно в большей части численные. То есть это количество участников, количество инновационных решений, количество экспертных обсуждений, экскурсий, посетители, зрители, тиражируемость опыта, количество просмотров там видео или, опять-таки, количество участников ваших семинаров, количество обученных и успешно закончивших там ваши какие-то курсы. Показатели всегда, вот как термометр, независимы. Они реальны и однозначны, то есть четко определены и измеряют те аспекты наших достижений, которые нам нужны. Они надежны, то есть они могут быть использованы не один раз. То есть разные люди могут это проверить, то есть посмотреть публикации за предыдущий период, как на это реагировали люди, когда, допустим, прошел ваш концерт или состоялась какая-то ваша творческая акция. Они практичны и они экономичны. То есть если это глубинные исследования, то это стоит, скорее всего, отдельных очень серьезных денег, и мы себе этого там в повседневности позволить не можем. Но провести какую-то фокус-группу, анкетирование на входе, на выходе — это доступные истории, которые мы можем, зная технологии, проводить в том числе самостоятельно, и то есть мы их себе можем позволить. Если у нас там что-то работает, то приехавший эксперт может также там точно так же провести анкетирование, я не знаю, ваших обучающихся в начале и в конце, и посмотреть на различные изменения, и, в общем-то, это будет доступно ему в том числе в любой момент. И эти показатели, они
постоянны, то есть они доступны в течение какого-то определенного времени. И термометр как такой вот символ тех инструментов, которые мы используем. Анализ итогов проекта и понимание перспектив его развития — это такая вот внутрикомандная работа над ошибками. Это формулировка возможных дальнейших направлений действий по работе проекта. И это ты понимаешь. На старте проекта ты чаще всего прописываешь в том числе и перспективы его дальнейшего развития. Но когда проект завершен, нужно понять, к каким фактическим результатам вы все-таки дошли, а каким вот деятельность по проекту она оказалась недостаточной. Поэтому это такой важный этап, который не стоит пропускать. Но еще один кейс, вот как раз тоже про экологическое образование детей средствами изобразительного искусства, который вот вы видите описание этого проекта, и здесь я как раз разбираю, что в этом проекте является продуктами, что результатом, что показателем, что эффектами. Продукт у этого кейса — это форум, конкурс, это методические материалы. Результат этого проекта — это внедрение экологической тематики в школы искусств, повышение интереса к экологической проблематике, это тиражирование опыта в другие организации, и это в целом может быть повышение уровня экологической осознанности, хотя повышение уровня может быть в том числе и в эффектах. Но этот повышенный уровень мы через анкетирование можем отследить, насколько он повысился до старта образовательной программы и после ее завершения. Показатели — это число новых внедренных программ по результатам форума, это число выставочных художественных проектов, которые были созданы на определенную экологическую тематику. И эффектом может стать в целом улучшение экологической ситуации в регионе. И как бы, когда накапливается какая-то критическая масса, которая ведет достаточно экологичный образ жизни, которая уже обращает внимание в том числе и на какие-то политические процессы, которые связаны с экологией, то это в общей своей массе оно и приводит вот к такому долгосрочному эффекту. Возможно, ребенок, который прошел этот курс в детстве, в дальнейшем станет чиновником и будет совсем по-другому смотреть на экологические проблемы региона. У нас время для завершающих вопросов как раз есть несколько минут. Успешные инструменты вовлечения местного населения в культурные проекты. Был ли у вас проект, который не получился, хотя все делали вроде бы правильно? Про проект, который не получился, я не знаю, насколько правильно мы его на тот момент делали. Мы создавали аудиогид, который, в общем-то, с такими мультяшными персонажами и очень такие забавные, очень такие нарративные истории, которые рассказывали про отдельные объекты на территории музея-заповедника. Он был в двух видах — для детей и для взрослых. Но вот нам казалось, что так как по территории, да, там есть различные у нас таблички, есть возможность получить экскурсию, что вот тем людям, которые просто свободно гуляют по территории, им этих аудиогидов очень не хватает. Но на самом деле, и то есть вроде бы как бы был запрос на эти самые аудиогиды, но что-то не сложилось. То есть этот продукт оказался не востребован у аудитории. Возможно, потому что вот сейчас, анализируя причины, что объект под открытым небом, и там хочется слушать не какие-то посторонние истории, а непосредственно звуки природы, хотя на экскурсии люди ходят. С другой стороны, возможно, что была какая-то неадекватная
реклама всего этого, потому что проект затянулся больше, чем на тот период времени, чем мы предполагали. В общем, все эти факторы сказались отрицательно на самой этой идее. Это был, хочу сказать, там 2011-2012 год. То есть там мы там применяли инновационную технологию там, с картами, с аудиопенами, то есть, чтобы было все комфортно, удобно и все совпадало. Но вот у аудитории по факту этот проект не пользовался интересом. А вот на вопрос про местное сообщество, то я вот как раз, да, вот этот вот проект приведу пример. Он не совсем все-таки про конкретное вовлечение местного сообщества, хотя таких примеров в духе культуры участия достаточно много. Но это проект, который напрямую работает с местным сообществом. Мы как раз там тоже просили заранее про маленький проект. Это проект в деревне Учма, Ярославская область, 2019 года. «Своя лодка. Старухи о любви». Когда были записаны интервью именно старух, пожилых женщин, все они остались вдовами, 6 интервью и созданы вот такие мини-проекты. Это в одном деревенском доме 6 закоулочков, закуточков с их личными вещами, с их фотографиями, и где они рассказывают про любовь. Это на самом деле невероятно пронзительный проект, сделанный достаточно просто, но невероятно умно, тонко. И благодаря этому он оказывает на тебя невероятное как раз эмоциональное воздействие, когда ты какие-то истории о любви ты не хочешь слушать. Про какие-то истории ты понимаешь еще до того, как услышал аудио, просто смотря на лица этих женщин, и ты можешь понять, там есть цитаты, какую из этих цитат сказала какая женщина. И вот здесь коммуникация как раз в том, что эти старейшие жительницы Учмы, они согласились поговорить о сокровенном, разрешили взглянуть к ним в окна. И здесь авторы говорят на тему, которая, ну, наверное, волнует каждого человека. Вот это вот выявление острой темы, острого сюжета, она сразу же дает возможность по-другому говорить о жизни и по-другому строить вот такую вот коммуникацию с местным сообществом. На самом деле вот такой вопрос про, то есть проект про привлечение, это известный художник Альфредо Джаар и его очень давний проект в Каракасе. Когда спросили жителей, а нужен ли вам музей, все сказали нет. И тогда он раздал 1000 камер, и вернулись 747. Была устроена выставка на основе тех работ, которые сами местные жители сделали. Лучшие работы он обработал, распечатал. И, естественно, большое количество людей пришло смотреть на те работы, которые были созданы ими самими. Это такая технология, которая позволяет показать, что культурное учреждение может казаться, что нам важнее построить что-то по инфраструктуре и благоустройству, но как только нам дают возможность прикоснуться к культуре, это дает совершенно другие результаты. Вижу, что вопросов больше нету. Спасибо вам большое за внимание, что провели эти 3 часа. Надеюсь, что вам было полезно и что какие-то техники вы заберете с собой для реализации ваших, для превращения ваших идей в культурные проекты. Спасибо большое.